Тоже включу. Все, включили. Стрим тоже. Всем привет. Раз, кто смотрит? Два, три. Сегодня мы снова втроем. Помылся, побрился, свеженький, красивенький. Красивый на работу поеду. О, видишь как. Ну куда? Все. На машине обратно пешком. Всем. Ой. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка. О, слышно меня? Слышно вроде бы. Забыл в обес опять настроить. Да ё-моё. Всем. Ё-моё. Этого погромче сделаем, этого погромче. Так, а мне надо сделать здесь потише звук, чтобы не оглохнуть от вас. Вот. Ё-моё, ну что, блин, в обез, наконец-то мы здесь. Что, неделя пролетела, да? Вот, если честно, конечно, были желания, было, все было, возможности не было. Но я вот на неделю поменял автомобиль. Некогда мне было, надо было. Автомобиль надо было менять, оформлять. Туды и сюды, короче, вот неделя была жесткая. Всем добрый вечер. Да, вот теперь у меня настоящий другой автомобиль. Вечер. Наконец-то я снова с ребятами. Две недели не катались, наверное, вместе. А, в том, на той неделе мы с Мишей были вдвоем, да, Миша? Ага. Что я на той неделе, то у меня стрим был как раз. Да, как раз, когда я машину рекламой обклеил. Два имени вставил аж на две машины. Да, у меня все. Я клею, я прям. Рекламно едет на колесах такая. Ну что, добро да, пожаловать. Всем приятного просмотра. Чем будем сегодня заниматься? На канал. Ну чем заниматься, чем? Ну, так, день. Кому надо деньги заработать, будем зарабатывать. Кому надо потратить, да, кому надо потратить, будем много, тратить. Много денег не бывает здесь. Нет. Деньги или как вешан тремя наклейками. А. Кстати, да, гелик. Я еще твой гелик пока не видел. Гелик еще? Да. Мне показался велик. Ну, звонок у него на этом, на машинах, как на велосипеде, все правильно. Ну да, да, да. Я поэтому и подумал. У меня гелик пока на 200 сил. Он не вкачан, на него деньги нужны. Так, свой кос, все нормально. Так, ну что. Интересно. Ладно, давай так. Здесь оставлю. А сейчас я еще вашу трансляцию. Так, ну-ка все. Мишину трансляцию врубим тоже, почему бы и нет. Микро, интересно, включен, а то болтают что-то. Разговариваю. Ну, привет, Шурик, питерский. Вроде бы слышно. Приятного просмотра. Хорошего настроения. О, гелик зеленый, вот тот. Такой прям зеленый такой, да? Зелень такой. Так. Абонемент. Что у меня со сценами это все? Что? Попуталось. Что? Алло. У тебя звук идет? Что-то я не это. А, вот. Меня? Вот. Скоро вернусь. Вот, все. Да, у меня сцена переключилась. Хз, почему? Понаделал там всего. Вот. Лапки. Проще быть надо. Иногда. Если я не туда нажал. Спасибо. Вот. Драйвер, за приветствие. Мы здесь. Так, все, здесь все. Шурик, привет. У Миши на канале. Да, всем здравствуйте. Медведь, здорово, да. Поддержка. Самый главный звук. Поддержка со всех сторон есть. Так, ну что, погнали, что ли? Так, вот здесь надо мне. Так, на это пойдет. В принципе, мне главное, чтобы стрим нормального качества был. Ну-ка, на телефоне звук проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Во, питерский. Олег, здорово. Да, привет. Привет, 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 привет. Задержка малая. Задержка это нормально. У меня на шортах пару этих прилипло. Ну, думаю, я сейчас шорты сегодня ночью напилю столько, что за 300 перевалит быстро. Короче, не суть. У Миши, смотрю, уже за 500 закрепилось. Отлично. Ну что, погнали? Народ. А, ну все. А я себя на стриме не слышу. Почему? Жесть. А ты звук включил? Да, вот ты, может быть, в Дискорде звук есть, а может быть в ОБС где-нибудь на микрофон выключил. Сейчас должен быть звук. Ну, посмотри. Пока я. А, блин, у меня включается. Да что такое? У меня кнопки сбили, что ли? Сейчас. Горячие клавиши. На стройке стрима во время стрима, как бы. Че, день, да, Миша? Да. День-день, все, ништяк. Настройки погнали. Стрима, горячие клавиши сбились. Меня, ах, как горячие, какие они горячие. У меня всего их там 4 набивалось. И АБС-ку обновлял? Да. Салам алейкум, алейкум, Тимур. Салам. Тимур. Д-
Да. АБС. АБС-ку обновлял? Да-да. Обновлял, 30-е. Ну вот и слетели. Ну конечно. Они когда обновляешь АБС, все время какое-нибудь такое. У меня вот сейчас через Streamlabs стрим идет, ничего больше не слетает. Вообще. Это ОБС у меня такая же тема всегда была. О, у меня стоит, новые гонки есть. Сейчас подожди, я проверю. Вот это медведь. О, нифига себе. Миша, ну спасибо за всю рекламу за всех сразу троих. Цена. От души. Цена. Ты смотри, на Мерседесе цена. Какие наглые. Цена. Включил. Блин, работает, я не знаю. Может, я не туда жму. Ну, я в следующий раз туда добавлю тоже. Я хотел, кстати, да, но вот сегодня ничего не этот. Если, конечно, Тимур там долго будет еще настраиваться, я в гараж заеду, поменяю. Да, все. Нет времени. Ну, ты видел у Миши, вот, какая реклама Android. Классная? В следующий раз тоже так сделаю. Я тоже делал рекламку. У меня, да, ехать в ночь, день? День. У меня еще с того раза, окей, просто только два канала денег, стоит. Да. Так, ну что, тригончик собрались тут, да? Шорты видели, Лютый, ага. Миша тут у нас, все дела, короче. Вот сегодня подтверждение лютые, опять того. Лютые все, да. Все, лютые, гонщики, блин. А что маб-бот-то стёк в комнате? Да ты выезжать будешь, нет? Зачем? Мы тебя ждем. О, да я на улице. Ну, я дома сижу на кресле. Выезжай на кресле, прям на улицу. Он опоршется здесь. Кто это? Это не наш. Да, выезжай. Хорош? А, вот гелик. Ну вот гелик, и я рядом там. И вот он драйвер на чём-то, Ford GT? Чё это? Это что-то широкое. Да-да. А у тебя тоже реклама, да, теперь? Да. Ну, Миша тогда показал, говорит, давай сделаем. Ну вот, он сделал все три. Вижу. А, у тебя только одна стоит, блин. Ну ладно. Эй, чё за чёрт это был, слышь? Я могу вот так сделать. Давай вот, толкай его. У меня с этой стороны чётче выглядит. Да. Ну потому что она какой-то белого цвета, да, на зеленом этом. Или может как-то может букву ярче сделать, знаешь, что-то какие-нибудь жёлтого. Это ж надо смотреть, вникать. Да-да. Зараза, я хотел сфоткать. Ну тебе, блин, на Porsche этот. Ну черт. Че, поехали? Да. Я говорю, все, двойную надпись сделал, чтобы типа тень была, тенюшка. А-а-а. Тоже круто. Че, Миша? Поехали. Куда? Давай, едь, я за тобой. Ну-ка, драйвер, какую себе сделал? Белую тоже, да? Да, белую. Но у меня машина темная. На темном хорошо, белый, конечно же, видно. Ага, человек. Прожектор. Да, я вчера с прожектором работал. Да. Привет всем, тебе тоже привет. Да-да, ну молодец вчера. Вот надо было тебе в этом в сообществе поставить тоже фотку. Одну хотя бы, такой хоп-хоп, типа, работай, все дела. Стримы будет завтра. А, в этом... В сообществе, да, делаешь там фотку. Я, скажи, вот так вот намекнул, типа, не теряемся. Скажи, завтра будет Need for Speed, такой, знаешь... Напоминалочку, да? Было. Конечно! Ну просто почему? У нас же не то самое, может кто-то работает, может кто-то... Непонятно же, если то... Я сейчас неделя, я тебе говорю, неделя была прям вообще пролетела неделя. Ужас как. А я, кстати, на запись сейчас поставил, то есть... с последнего стрима я еще сделаю видосик на канал, и с этого стрима тоже будет видосик. Интерфейс. Тимур, ты где? Я за Миша еду, там, блин, только успеваю. Он как на танке едет. Я вас потерял, потому что мне тут хотят все покусать. Ну ладно, сейчас он пригласит. Мне просто интересно, насколько... Да, насколько тачка идет. Гелит неплохой. Хотя бы то... Команда спринт-рейсеров... Он еще не вкачет. И только спринтов, да. Ты еще не все купил на гелик? Попозже зайду. Не, я говорю, он не вкачет. Давай, хорошо. Окей. То есть есть еще не кусай, потенциал. Иди у Алисы просить покушать, если хочешь покушать. Тебя мы Алиса? Хотели посидеть, чего сидим? Сестру Алиса звать? Да, сестру Алиса. Нифига себе. У вас там много Алис в Германии? Немецкая же вроде? Ну есть, но не так, чтобы прям, да, там. Больше каких-то других имен там, да. Ну, Алиса, ну, встречал пару раз, как, скажем так. Не очень часто, вот так вот. Ага.
чаще встретишь... Ну, то есть не часто, как Настя, типа, у нас. Не, Настя чаще, или Ольга, русская, вот Ольга, да. Я даже пару раз уже встречал Татьяну, которая даже немка. А, то есть Татьяну ее звали, но она немка прям. А, прикольно. То есть я тоже говорю, русской нет. Здесь много итальянок есть, которые зовут Таня. Ну, почему? Ой. Что ты? Это я не специально, сорян. Все, уехал. Таня. Ну какие бы там итальянские? Группе или всем? Да всем давай, да. А я уже принял. Это кто? Не, ты принял не то. Вот сейчас он только что. А, не то. Фух, 5 секунд, я успел. Сейчас он лучик лишь. Радуги соли. Траль. Давай, ладно, здорово. Здорово, Егор. Все, принимай. Вот сейчас. Совместный стрим. Совместный воскресный. Ну такой воскресный инфоспид. Бам-бам-бам. Тогда я даже делал стрим, написал. Берегись автомобиля. Гелик 203 сил. О, ну да, конечно, тогда. 203 пункта или сил прям? Ну слабенько, конечно, да. Ну ничего страшного. Пункта 203. Он нас полюбас сделает, Олег. Думаешь? Дело-то даже и не в этом, да. Вот сейчас гонка. Здорово, ребята, вам тоже. Какие сейчас противники в гонке? Вот. Егор, привет. Все, добро пожаловать. Блин, не успел машину выбрать. Какие противники у тебя там взял гонку, но я это не посмотрел. Еще было бы. Сколько у них? Гонку сделали. Это же не 400 плюс, Миш. 380. Ну, короче, то же самое почти. 380. Машину выбрать не успел. О чем? А, ну да, вон Феррари. Я просто вижу, что это, ну, соперники, насчет соперников, я Тимур. Если бы он, допустим, гонку взял послабже, где вот на 220, то есть, ему бы мог на гелике на этом. Сейчас будем Феррарикам мешать. Уип! Ну, да, идут, конечно. На те. Будет разогревочный. Ну да. Разогревочный, да. О, да, смотри, как они как ушли все, да? Я теперь вижу расстояние. Блин, ну Феррари здесь, конечно, бодрый, слушай. У меня вроде бы 400 на этой стоит пунктов на Форду. Не вижу никакой Феррари. Ну там серебряная была, ушла. А, ну может. Со странка. Я первую бортанул, она ушла, и Макларен какие-то вот идут. Авентадор едет, БМВ. Ты же на бэхе сейчас? БМВ? Я на бэхе. Вот любит БМВ. Так, ну чё? Лучшее. М5 просто лучше. Нях. Блин, ты чё, Давыдыч, что ли? Так, ну а вот такой же едет чувак, как вот он его, как у меня, такой Форд. Да, победите, я в следующей гонке возьму машину. Ваш БМВ будет. Да-да, БМВ. Времен Мосфонда до М3 был лучше, но сейчас М5 вон лав. М3, блин. Никому не в обиду. Тачка М3 прям, ух. Не, ну у Миши вот этот форм, как она, не форм, а Феррари, да, у тебя вот эта вот XFXX, которая там. Она прям, с ней прям тяжело, ну, прям. Ее накопить надо, накопить. Да, ну 2 ляма, 102 ляма стоит тачка. Извиняюсь, не могу отвлекаться. 2700. Попозже все прочитаю. 2700. Тебе вообще, Тимур, как итальянцу, ты должен Феррари купить себе в гараж? Это должен, да. Как бы у тебя... Ладно, я в Италии не живу. То у меня Ламборгини есть несколько. Ламба-ламба. Я к тебе приеду в Германию, проверю лично. Феррари? Если у тебя ламба стоит. Когда на Феррари приедешь, тогда у меня будет, а так нет. А? Да, очень дорогая игрушка, очень-очень. Заметно. Но ламп у нас тут хватает, кстати, вот. Как бы там ни было, да, как бы это ни звучало, хотя вот какой-нибудь там Хуракан взять, он-то 250 тысяч стоит. Ну, как бы. Ну, вам близко. Ах, давай, пошел. А, это тоже погане идет. Так, я на следующей гонке тоже машину сменю, она, правда, не так хороша, как М5. Так ты первый идешь. Но все равно. Да. Сейчас. Я вон второго еле обогнал, блин, ты ушел куда-то, нормально, слушай ты. Интересно, ну, догони. Я на уже все. Как бы это самое. Уже притерся к ней, да?
Ага. Вот это был поворот. Алло. Вот что творите, да? Вы что творите? Остановитесь, Миша, надо выйти. Поворот. Дерево. Дерево попало. Ё. У тебя эта работа вчера где-то была, она не постоянная или постоянная? Постоянная, да? Ну сейчас чаще уже прям стало. Ну, в зависимости от концертов. Сколько концертов, сколько вот всего этого. Ну, прям, ну, по документам я имею в виду, у тебя рабочий этот есть, да, договор? Контракту, да, да. Контракт, я имею в виду, чтобы не по черному, да, а то у нас эти... Не, не по черному. Приедут, да, проверять налогоплательщиков и тебе как бы этот... Да, здесь тоже проверяют. Закроются браслеты на руках. А, я скинулся, короче, все. Ну, ты хитрый, конечно, лиса. Не доехал, блин, 10 метров, хотел сказать. В смысле, процентов. А куда ты ушел-то? Ты шел первый вроде. Да меня через забор перекинуло. Я с тобой заговорился и через забор перекинулся. Я заболтал тебя, да. Бум! Первый. Собрал мое первое место, ладно. Молодец. Да, нормально там у нас. Плюс-минус 300 Победить. Рублей разница. Ах, надо рекламку сейчас поменять. Итого гоночка. Я ненадолго пойду проходить скоро. Resident Evil 1 ремейк. Удачи, удачи, класс. Приветствую, впервые тебя вижу. Может, я не замечал. Да, бывало, что не пересекались, так, конечно. Где 91 тысячу мне дали, прикиньте вообще. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Я сейчас быстренько в гараж, пока вы едете. Миша, доедешь, да, нормально, спокойно до финиша? Да. Доезжайте. Каждая копейка на счету. Сколько у тебя сейчас там денег, Миша? Ничего себе, бывает. Было 3000. Сколько? Было 3000. В смысле 3? Просто 3? Ты что, все протратил, что ли? Да. А, ничего. Если, да, тогда... Я же говорю, я купил 4 машины, и 2 проекта. Из 4 машин я закрыл 2 машины. То бишь, у меня осталось 3 проекта. Мерседес и еще 2 машины. Ничего, приглашают. Да. Но мы не приняли. Так, клаву надо отодвинуть, а то буду сейчас проводом пада за это самое задевать. Такой график интересный на Ground 2, да. Так, надо мне что? Прикольно. Декус. А, вот цвет можно поменять, смотри-ка себе. Где там? А, вот. А, только доехал, что ли? Да, но силы в нем мало. Да, заметил. Ну чё? Сейчас поменяем машину, я выберу тачку похуже, ну, в смысле... Похуже по управлению для меня. Такс. Ну вы пока там доехали, меняйте тачки. Подожди, я сейчас, да, тут. Может же на гонке сменить. Я сейчас тут добавлю. Забывает. Быстренько. Так, L1. Такс. Ти. Как она там правильно пишется? Tia Games 57, да, или как у тебя было там? Канал Tia Games, чтобы этот найти. Tia черточка Games. Tia черточка вне. А, нет, без черточки, блин. Собачка. Да. Собачка. Tia большие. Да, правильно. 57. Так, окей. Ну-ка. Акцептирован. Надо отъехать. Есть. Первый. Такс. Такс. А что ты? Так, уехал медведь, уехал. Дуплицирован. Дуплицирован. Да, ну если... Мирует, что ли? Да-да. Дуплицирован, прикольно. Я, короче, сделаю на... Автоматом на две стороны сразу проектируется. Это название канала стал говорить. Да, просто, понимаешь, я... Тоже вот не помню, как у меня иногда вот... Пишется вот это с собачкой, я вот думал, что у меня с черточкой, потому что во многих играх у меня... Нет, прям... с черточкой у тебя в игре. А, с да, черточкой, игре, нет, да. Именно канал, чтобы именно, да? Так, окей, так, это что у нас тут? А, да. А тогда вот у меня канал тут написан, ну, как бы это самое, как его найти. Да-да-да, все хорошо, так. Ну что, как выйдешь с гаража, говори. Такс. GTR старый добрый, Nissan GTR R35, не просто, а Nismo. Так, на ту сторону, здесь я сделаю, на одной стороне у меня будет, короче, этот,
одного канала, на другой другого. Вот так сделаем, хитро. Левая сторона, окей. Правильно. Тыкал X. А вот поэтому ты говорил дуплицирован-то. Нашел почему? Нет, нет. Ты где мы? Невидимый! Да. Кто? Я не вижу тебя. Жди. Эй, показывай твою машину. Что? Так, а медведь, ты... подожди, Миша, медведь. Говори свою букву. Медведь. Мед, что, что ли? Да. Мед. Мед. Веда. С пивом. Мед. Вед. М, Е, Д, В, Е, Д, С, П, И, Ф, О, М. Я тебе диктую по буквам. М, Е, все, все, я добил. Медведь с пивом. Все, я сейчас его на дверь сюда, прям хоп-хоп. Так, ну-ка, сейчас мы вот так раз-раз, хоп. Есть контакт. Так, окей. Same так. Теперь мне, где еще его можно добавить? Здесь вот, здесь. Не, вот здесь вот. А, я не менял звонок. Добавим. Окей. Во. Медведь с пивом. Так, есть. Во, на заднем стекле вообще четко. И а, на все? На заднем стекле вообще прикольно. То есть... а, вообще можно где угодно. Где угодно, так. Да. Киа Геймс 57. Вроде бы правильно. Да, если что, поправите меня потом. Тиа с большой. Ну, короче. Да, это. Ну, пишешь, когда собачку, Тиа начинаешь писать, она потом уже сразу. Хоп-хоп. А, ну если в Ютубе, я думал, ты в игре типа там. Не-не, именно в Ютубе. Все. Ага. Все, четко. Смотри. Хорошо, может быть, сегодня. Все, теперь ладно, у меня давай. Этот. Владу привет, хорошо. Всё. Если он в чатике будет. Все, я выхожу на улицу опять. Сейчас посмотрим. У меня на заднем стекле, короче, с левой стороны у меня на одного реклама, а справа на другого, а на заднем стекле на всех сразу. Ха. Вот так вот. Выехал. Да, сейчас. One second, please. Подождите чуть-чуть. Вот, смотри на заднее стекло у меня, видишь? Ну, вижу. Я твой стрим пока не включал. Выедь. А, подожди. Чё, готов? Да, я выехал. Да. Вот он. Блин, не, ну она классная, конечно. Чего? Приглашение отправил. Да, Тимур, ультиматив. Подсоединяйся. Какой ультиматив? Ну он пригласил, Миш, нас. Ультиматив. А у меня не пришло. Патч. А, подожди, не-не-не, пришло. Это я. Не спи. Это я. Это я балуюсь, ну, интерфейс что? Отключаю. Че, погнали? О! Меня сделают, меня порвут. Ультра! Ты какую машину взял сейчас, Миша? Ты че там играете? Всем привет, кто присоединился к стриму. Отличное настроение отдыха. Виктория, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте вам, Виктория. Да. Что будет? Прекрасная и очаровательная мадемуазель Виктория. Дрифткар. Самый добрейший модер на канале. Интересно, что будет. А у нас гонки. Гонки и еще раз гонки. Вика. Батов здесь нету. Твой внедорожник в дрифткар превратить, спрашивают. Почему бы и нет? О! Ничего себе ты жука там сделал. Фига себе. Ну диски, ладно, он там с BMW скрутил. Но у него задний этот самый спойлер сзади, знаешь, как вот на японских тачках вот это вот ставят. Там это прям. Больше. Шурик, привет, а да. А что у нас сколько? Три. А что, мы тут втроем, что ли? Можно? Да, я ж сказал, это на троих. А, мы сейчас чисто на зарплату, короче, так. Хоп! А дорога все та же, да? Не. Почти. Похоже, да. Очень. Мы же в этот поворот сейчас тоже заходили. А что у тебя там за машина? У меня? Я что-то обогнал, не посмотрел. Ничего себе, ушел. Смотри, зеленая букашка уходит. Эй, божья коровка. Она вообще-то красная с пятнышками. Алло. Ёп. Слушай. Миш, что? Натя, ты смотри какой, а хитер. Жук, а какой хитрый жук. Блин, вот этот мой нелюбимый поворот. Я там постоянно в забор врезался. Или там бетонные.
Я тебя здесь обогнал. Вика, у Наташи кусяшки была. Да. У Наташи на стриме я тоже был. Часа полтора, наверное. Ничего себе ты, Скайлайн. Ну-ка. GTR Nismo. 35-й. Да, я вижу, что 35-й. Смотри, что надо делать. На форду догоняешь прям. На форду. Nismo, ребят, Nismo. Вот дает, была, конечно была, да все мы там были, Наташа прям что-то вот вторую неделю подряд ходит, там что-то подстреливает, прямо говорю, ну, главное ей весело, ей нравится, очень рад. Хотя у нее неплохо получилось, Need for Speed Underground она играла, Наталья Sunny Girl, я прям смотрели, кайфанул, да-да, у нее уже прям на пороге штуки стоит. Да, я промолчу, что там. Да, лучше промолчать, потому что пускай сами смотрят, давайте оставим это в интриге. Но с вот этой стрельбой по любой, конечно, это, если честно, ну... GTR не так уж и просто открывается. Все на любителя, да, то есть кто-то любит, кто-то проходит мимо. Я заходил еще к моему там другану, там, ретро-стрим, еще что-то было, да. У нас здесь, как обычно, воскресное попалить бензин. Опа. Тут у нас, тут покрышки тут... Здорово, Влад. Фига, тебе у меня. Привет от Егора. У меня сейчас бар тут валяется. О! Всем привет и передавайте. Прямо. Уже осень наступила, у кого-то уже наступила зима, я смотрел. Мне на днях приходили фотографии. Снега у кого-то уже есть. Миша, новосибирский снег как там? Нету, растаял. А, ну был, что-то я так слышал, так местами, был. Да? Был? Хорошо, выпал, растаял. Ну вот как. Ну, я думаю, еще будет, потому что все-таки Новосибирск от Новосибирска, это мы тут сидим, у нас тут плюс 13 сегодня было, Мне вчера комар укусил, представляешь? Комар вчера летал. Это откуда ты взялся, комар? Мухи летают, надоели уже, блин. Да, ну, у нас тоже летает. Ну, два дня было прохладненько, они вроде, знаешь, успокоились. Я думал, ну все. Сегодня я выхожу утром на работу, плюс 13, обалдеть, просто, типа, я вот в жилетке такой, да, жилетка, рубашка такой, ага. Да, то есть даже куртку зимнюю не надо было одевать. А два дня назад в зимней куртке ходил, а сегодня в зимней куртке ты бы сварился просто-напросто. Сколько у нас ноль? Плюс 13 у нас, Виктория, у вас ноль, у вас, как бы сказать, себе, зима, на пороге зимы, начало зимы. Летели. Через недельки-полторы по календарю будет начало зимы официально. У кого-то она уже началась. На жука не базарит, на жуке ехал сам Булкин. Во-во-во, Булкин, я увидел недавно его, кстати, да-да. Это что же на чем он? На чем он на жуке проходил? Нитро нажимаю на жуке, у него аж передний мост поднимается. Офигеть. Это что он, BMG Drive проходил или что? Я просто его сейчас... Ну, не так часто смотрю, как раньше. А его совершенно случайно на него нарвался. Он тоже BMW любит эти самые, да, тачки там, смотрел у него. Ага. Ну, GTR он любит. В реале. Ну, GTR кто не любит? Точно. Тяжелый. У нас даже, которые на немецких автомобилях ездили, когда GTR 35-й. О, Миша, вот это точило! Вот это мне нравится. Вот у него тачка, вот это сейчас Миша взял. Раньше, помнишь, игрушка была? Такси-драйвера. Такси-такси, вот это вот оттуда вот такая. Ну, это прям мощная тема, ё-моё. Ну, она выглядит так ольдскульно, да? Он её сделал там прям вау. А как у тебя, Тимур, Skyline? Вот у меня также в Gran Turismo Skyline выглядел, да? То есть тёмненький, с яркими, яркие диски я делал. Знаю, кислотные я такие диски ставил на него. Смотри, полиция что творит. Видал? Через заправку! Я в него врезался, короче, он мне... А, ну, остановил, я ему заплатил 10 штук, а у нас... Блин, подкупил, короче. Миша, чё? В NFS... А, Unbound он тоже проходил. Прикольно. Мне ехать дальше? Я пройду, гляну. А, ты ищешь? Окей, ждём. Так, между прочим, для тех, кто не в курсе, мой Nissan Nismo не так уж просто открывается. Мне надо было все щитки сбить здесь. Найти и сбить. А, все ты, рекламные щитки. Ты его не купил, ты его подарочный захватил? Нет, я его купил, но его надо было разблокировать еще. Так что говорю, не так-то просто он достается. Ну да, да, я как-то ездил, мы тогда вот эти, собирал вот этих вот павлинов, ездил, собирал вот этих фламинго. Потом рекламные щиты, потом... Нет, вот именно на этот нужно, что-то еще надо сбить было. Все рекламные щиты. Блин, у меня парочку не получается сбить, если честно. Я не знаю, парочку у меня как-то еще не это, но я попробую. Их надо искать, короче, они так просто не... Именно трамплины, знаешь, как прямо к нему подойти бы, прям как вот, да? К щиту, это чтобы щит... Ну,
трамплин там на какую-то другую тачку, на какую-то другую надо собрать все баллончики, короче, тут меняется, да. Угу. Ну, у тебя там этот тюник, он у него весь ужестит или нет? Тюник на эту тачку уже все там или как? Тюнинг, да, полный. Внешний, кстати, тут внешний тут нельзя, тут есть ограничено. Контакт. То есть, типа, внешний, ну, должен быть сток, типа, Нисму, все дела. Да. Так что... Приняли, да? Типа, ну, да. Приняли, приняли. Я думал спойлер сменить хотя бы, но нельзя даже спойлер сменить. То есть, он в стоке как-то... Давай сбоку встань возле меня, я фотку сделаю. Вот здесь вот встань. Сейчас там сзади солнышко давай светит. Встань так сбоку. А, давай. Так же, как ты, да? Да, так как я встань, я сделаю сейчас эту самую фотографию. Вот. Единственное, что я это, как бы, ну, изменил диски и цвет... Цвет, кстати, оригинальный поставил, как у Ниссана. Вот. Чуть ближе можешь подъехать? Чуть-чуть ближе, пока... Цвет колёс. 20 секунд, давай, чуть-чуть ближе прям. Чмя. Прям минималочку. Да, вот так. Стой! Все, стоим. Сейчас тоже зафотою. Капслок. Ну я потом это сделаю, на этот, знаешь, на превьюшку поставлю. Красиво. Ага. Блин, у тебя такой низкий по сравнению с моим каром-то. Ну да. Ниссаны хороши, согласен. Кстати, кто знал, был намек на NFS Pro Street про машину Marcus NFS Carbon. Блин, не знал. Не слышал, кстати. Чего? То, что в NFS Pro Street был намек на тачку Marcus из Карбона. Нет, я Pro Street. Не замечал ни разу. Я проиграть начал ее играть, и там пол игры прошел, бросил, она мне что-то никак. Куда пропали люди? Не, я Pro Street раз 5 проходил. У Волкина. Мне она не пошла никак. Не пошла. Потом вот этот Shift Need for Speed тоже мне не пошел никак, вот, да? Вот Shift мне сам не зашел. Вот этот. Слишком намудрили, слишком сложно. Я половину где-то прошел, потом пришлось забросить все-таки. Shift были же несколько частей, у него вторая тоже, я тоже там мучился, да. Я говорю, не, это не мое. Да. Та же тема. Как Shift Unleashed, как ты там стояла, я, короче, не... Будешь бодаться, догоню. Да. Миша, ты чё, как Наташка теперь будешь крыть? Я покусаю. Я не бодаюсь, я так сбоку объехал по внешнему кругу. Я на Тимура. А-а-а. Я лапой забью. Лапой, да. Сейчас мне придется интерфейс-то включить, а то я не буду знать, куда ехать, ё-моё. Блин, еще красота. Так, как проблемы, она идет, блин, это просто. GPS никуда. Все включили. Раз, два, три, четыре, пять. Уи! Вот куда толкает, блин. Я ж сказал. Ё-ма-ма-ё-ма. У него классная тачка. Тяжеленькая. Ты когда эти наклейки делал на нее, как будто огонь. Получается, она сразу тебе правая, левая сторона, как бы на всю машину бодик клеился, да? Миша, да, огонь вот этот. Да. Не надо было тебе левую и правую сторону отдельно делать. Нет. Ну это хорошо. Вот это мне что-то вот по дискам вот это чуть-чуть подбешивает. То есть не за раз все четыре меняются. Опять не могу читать чат. Не читай. Не читаем, чат. Приедешь не на читаем, финиш, не, прочитаешь. Не читаем, но проигрываем. Да, я только всех, все и вся. Только начинаешь чат смотреть, так все, попал. Приехать. Да, Виктория, вот такая у нас температура. Шутки плохи. Или наоборот. С другой стороны, когда тепло в зимнее время года тоже нехорошо. Иммунной системе лучше, когда, конечно, был бы мороз. Потому что да, бактерии подзамерзнут. Хочется морозец. Хочется, да. Тогда и меньше будешь болеть. А сейчас у нас температура, она вот прям от 2 до 15 прыгает туда-сюда. И болеет много сейчас прям опять. У нас так же у нас. Конечно, у нас с тобой температура, блин, плюс-минус. Похоже, да, похоже климат. У тебя там 2-3 градуса больше. Ну, у тебя сырость, влажность воздуха у тебя меньше, я тебе точно скажу. Вот разница, а? Что? Ну, не знаю, может и... Ты чё, Мишу там... Обогнал? Ты что ли Мишу обогнал, или кто-то другой? Зачем я заглядываю? Он ранит, он ранит. Вот засранец. За, который за ранец. Чё? А, за ранец? Да, взял меня в дерево, упнул и уехал. Ух ты, редиска, а. Ну-ка давай-ка мы сейчас это самое... Блин, я... Ты должен других таранить, других таранить, чтобы Мише помогать надо, а не это самое.
Лучше а этих... кого мне таранить? Подожди, ботов этих потом всех. Ну, сейчас я еще шу ждать. Все равно там первые 4 места зарплата плюс-минус одинаково. Сам уехал. Ну, я тестирую, тут новое кое-что у меня есть. Сейчас вот смотри, у меня сейчас на это все... В этой компоненты прям, смотри, какие хорошие. И резина, все. Я последний раз резину менял, что-то еще было. Наклейки новые. А, не, идет четко, четко. Прям. Ой, что, проехал? Не проехал. Въехал. Да. Блин, Влад вчера жестко мутузил Кайлину. 2 часа. Кому интересно, запись есть. Переходите на канал. 2 часа. 2 часа, да. Ну, он на высоком уровне сложности проходит. Принц второго сейчас. Хардкорчик, короче. Ага. Вау. 4 минуты 7 секунд. 17 секунд. На 10 секунд меня бьет. Нифига, 10 секунд в гонках — это прям вечность. Это много. Но у нас, слушай, у нас плюс-минус... Тебе чуть-чуть давай не хватает по мощности. Не получается с такими соперниками, давай первый. С такими, какими соперниками? Нормально все, ты че? Это я про... Мне нравится в NFS всего 3-4 вещи, первый этап. У тебя за цвет визуал, такой карбоновый, такой клевый этот. Классный визуал авто, третий за тюнинг. Да, есть такое. За это мы их и любим. Хотел спросить, забыл, бывает. Четвертое за то, что можно со своими корешами зарубиться и погонять. Да. Да, это вообще, конечно, тема. По-любому. Ну вот здесь вот пока серверы работают, это все прям помогает, дает возможность. Че, выехал, Миша? Да даже в Райвелсе, по-моему, еще. А, вон он. Подожди, Миша, давай теперь втроем фотку сделаем. Мы до этого с Тимуром делали, давай нас... Ну, давай. Втроем становись, вот здесь вот так вот. Где, думаю, мне гонку выбирать. А, погоди. Ну, давай отъедем давай, от гонки, а то она у меня выбирается постоянно. Мне. Подожди, сейчас. На кружок. Стой. Блин, погоди. Вот так вот. Сюда подъедь ко мне вот так вот. Видишь, я стою. Давайте становитесь в ряд. Геликом, ладно. Халло. А, гелика взял. Не, возьми такой чуть. Ладно. Тогда если гелик зеленый, пускай он посередине станет, Тимур. А, давай. Пускай он посередине станет. Миш, посередине заедь. Просто у него наклейки. Поместишься? Да, ну-ка, ой, ну, вот так вот, я... так видно. Сейчас, подожди. Сейчас, ну, как-то далеко от С. Вот так вот. Так, как-то теперь... Нет, чуть-чуть надо... Нет, все равно... Подожди, он если... Skyline вообще весь закрыл геликом. Ну-ка, давай, Миш, еще назад отъедь. Во, так, стоп. Так, стой. Стой вот так вот. Во, нормально. Стоп, красота. Так, ой, кос. Я сейчас... Я потом скрин скину, короче, в Discord. Так, теперь нам надо что? Теперь... Тимур, теперь справа от меня стань. Точнее, слева от меня, да? Да, вот ты гнал вот так вот. Туда. И только так, ты проедь, сейчас, чтобы. Сейчас поближе. То, чтобы твой этот Nissan заканчивался там, где у меня зеркала. То есть чуть-чуть стань параллельно к нам вперед. И вперед проедь. Да. Чуть-чуть вперед. Угу. У нас такой фотошутинг. Давай. Ёлочка такая. Еще чуть-чуть. Вот так. О, пойдет. А, вот прям к линии, кстати. Во. Вот, так, а? Смотри. Раз, два, три. Топчик. Есть. Так, есть. Вот это вот. Есть. Так вот. Так, только морду от Мерседеса. Вот, так вот еще. Все. Ого, реклама. Окей. Да, вот так теперь мы все рекламные здесь. Красиво, прямо смотри. Раза, прошел максимум, да я видел тебя. Максимум концентрации с моим плейлистом надо... Все, Миш. Вооружение. Короче, ребят, кто не может пройти хард левелы, врубайте свою музыку и проходится сразу. Вот лайфхак от Влада. Че, Миш, приглашаешь? Саша будет со мной ездить на одной дороге. Да, ну давай. Миши, блин, здесь. Ну ёп! Что... Ладно, ну, приглашай, вот эту же гонку приглашай опять, давай. Привыкли. Ты твое, мне страшно. Мне страшно. Не, у него офигенная звук... тачка, вот эта красненькая, прям знаешь, ба. Это на двоих. Отправил. Всё. Проблем, кинт. А, проблематичный ребенок. Пикула песте. Маленькая чума. Пикула песте.
Всем привет, гонщикам. Киллер Рокплей. О, Денис. Здравствуй, здравствуй. Да, здравствуй. Все гонщики здесь, да. Миша с пивом, без пива. Оп, Тимур без пива. Драйвер тоже с... Ураган, да-да. Да-да, ураган. Пагани, Макларен. Нет, это не Пагани, это Макларен. Это Макларен, да. Пагани это у меня тогда была вот эта вот. Мощная пушка-гонка. Смотри, мы только начали стрим, 40 минут уже, блин, пау, только, нету. Только я на обычной машине, но у меня нет, понимаете, Гася, не купил еще. Обычная не машина у тебя был Opel Astra, да, это необычная Nissanская Line. А, ну, это да, это Ник у меня, впрочем, необычная, сложная. Я, говорит, на обычной машине, говорит. Ну, ты шутник, однако. Обычная машина, это если я возьму в следующей гонке снова жука. Только это в стоке, да? Давай я куплю машину, да? Кстати, давайте вот смотри, вот сейчас у нас гонка прям, она такая, у нас машины все прям дурнины прям, да, сделаны, 400+. Давайте в следующей гонке гонку возьмем на 200 пунктов, чтобы была тачка 200 пунктов, и машина 200 пунктов, это все. Это, ну. Блин, ну я так никогда не накоплю на Феррари, да, накопишь, надо было не тратить на наклейки. Фига себе, тут прям... Да-да, накопишь. Ты шорты видел, как я 10 миллионов шорт сделал? У меня уже почти 10 тысяч просмотров, я обалдел просто. Нихрена себе. Да, и вот эти шорты... Два дня подряд делал шорт с нашего стрима в начале ноября, который был. Там я уже просмотров на этих шортах набрал просто. У меня я глазам своим поверить не могу. Подписчиков ты набрал, конечно. Ну, подписчики, они это так, шорты тут делают, они выведут. Подписчики настоящие, они вот на стрим приходят, общаются в чате. Вот это настоящие подписчики, которые от шортс приходят, это так. Ну да, редкость. Но иногда на шортс приходят, потом смотрят у тебя какие-нибудь видео в плейлистах, так что. Ну, если так оно, если так есть, ну это, конечно, хорошо, но. Конечно, да. Я в этом плане пока релиз. Настоящие подписчики, они все равно более-менее проверяют, там, особенно если у кого-то колокольчик прожат. Благодарочка всем, пишите комментарии. Лайки, это все, конечно же, ваше. Да, пишите в комментариях, кто у меня тоже сидит, подписывайтесь на ребят обязательно. Да. Хорошие, славные ребята, будет интересно у них что-нибудь посмотреть тоже. У нас, у меня прям в названии стрима, кстати, вот, на обоих также ссылочки, как обычно, да, через вот эту вот собачку. Ага. То есть они активны, я опять прописал заново, не оставляю с последнего стрима, потому что если с последнего стрима они не работают тогда, просто вот название стоит. Да-да, чтобы активная именно была, она, получается, стрим закончится, они прям будут синенькие, нажимаешь, и автоматически к вам на канал приходят, и это нормально, ну, клево. Такая вот взаимоподдержка. Не, ну, шортс все равно работает, и очень много интересных, видишь, моментов. Я сам, ну, как да. бы, ну, всегда говорил, я за это, то есть, 3 часа стрим пересматривать, 2, кто это будет. Это нереальная тема, это время, это... Кто ты такой, чтобы после тебя пересматривали 3 часа стрим? А вот когда ты со стримчика вот так пару шортсов залил по 15 секунд, где прям какой-то прикол, то есть автоматически это реклама на твой же самый стрим, да? И плюс ну да, какой-то интересный момент. Да-да-да. Особенно 3 часа. Это если тебе прям вот интересно вот, за сюжетом, тогда да. Да-да. А там мы как бы здесь чисто ездим тут, но... Ну да. Капусточку... Лимончики, да, зарабатываем денежку. Не, ну надо, видишь, одному нужны покрышки, второму нужно еще что-нибудь. Пишем, Шурик Пически, отлично. С пивом за рулем, Денис, ну да, есть за рулем. У нас вот, не, ну за рулем-то нет, он сейчас рулить будет, он все расплескает по автомобилю. Пиво пьет, он когда на финиш приезжает, бутылочку залил, заправился. И потом в следующую гонку он... Почему? Я с трубочки пью. А, блин, ты что, коктейль, что ли? С трубочки, говорит, так подтягивает с трубочки, как коктейль, да? Там еще, наверное, зонтик стоит, лимончик такой, да, сбоку такой. Как положено. Это вам не это. Зато он, представляешь, такой, говорит, у меня, говорит, как будто, я как будто в отпуске, да? Да. Блин, все, отпуск целый месяц, Миша, он играл, проходил, записывал контент. Море контента наделал, надеюсь, правильно и делает, надо это делать. Я наперед теперь так. Теперь нужно работать, да? На канале Драйвер делать. Да, теперь можно работу идти, а YouTube будет сам по себе там выплевывать его, что он там записал, что смонтировал или не смонтировал для вас. Так что канал Медведь с пивом вот на днях по-любому будет.
С трубочки пиво пить? Шо? Воешь? Денис такой говорит, чо? Шо у тебя там с трубочки? А может у него там пиво с этим самым, как говорят, с какими-то добавками, да. Аперол, да. Аперол, кстати, да. Вот я пару лет назад не знал, что такое аперол. Вот 2 года назад в Италии был, увидел, что этот аперол они на завтрак приходят, по стакану закинули. А потом сидят такие, да есть, говорит, уже неохота. Извини, что берем. Мне на завтрак один раз случайно сделали вместо кофе длинного, мне сделали аперол Хьюго. Нормально. Я охренел. Ладно, говорю, нормально выпьем. Позавтракал, да? Ну что, мы будем брать машинки по 200 пунктов или на этих пока поездим? Так, давайте еще гонку. Я посчитаю чат тут. Прямо написали. Ребята, что? Миша, что скажешь? Так. Сносить не буду, гением держаться нужно вместе. Подожди, сейчас я сейчас погрешу вас на новую. Какую-нибудь тоже старую машину, ну а чё, честно. Я поехал, будьте здесь. На своем. Ну да, сейчас еще раз прогоним и возьмем потом. С горла нужно пиво пить, понимаешь? Денис тебе говорит, с горла берешь бутылку, открываешь и пьё. Ну как он с горла может пить? Он же это самое... За рулем, как бы, ему надо руки, как говорится, баранку да, держать в руках. Приглашают. Водитель как-никак, это да? Это не наша машина, то есть там масл-кар или Тимур. Тимур. Я отменил. Всё а что, там стоит же, он чувак приглашает. Это не я, Хюнер. Немец, кстати, приглашает. Видите, у него. Немецкий аккаунт. У Драк, кстати, тоже мысль есть. Вот есть мысль совместный дрифт устроить тоже. Дрифт? Не гонку, а вот прям по зонам. Да-да, можно. Но здесь видишь, как, блин... Я шофт прям видос интегрировал, только так. Не успел вчера скормить YouTube. Приглашаю. Давай. Трубочка это да, вообще умно сделано. Алло. Умно сделано, медведь, с трубочкой. Ну и а что, сидит да, зато у него, не... видишь, руки не надо отрывать от руля. Я отменил... А, это ты пригласил драйвер? Да, Фарах, да, это я. Присоединяйтесь. Я принял гонку, у меня вид машины сменился. Да, что это будет делать? А, потом сменим. Конечно. Близ вид получится. Ой, дурацкий. Лучше, короче, дурацкий не пиво близ... за рулем пить, а этот. Не кар дурацкий, кар нормальный. Квас нет. Лучше пить за рулем. Когда, говорит, тебя полиция остановит, скажешь, говорит... Парный дрифт. Чё, бухаешь, говорит? Нет, я квашу. IQ 2.0. 15 секунд. О, зато так есть это самое. Это BMW какая-то стоит. Заставочка прям на превью, слушай. Ну травки, да. Зеленый и серый жуки. Я за игру, знаешь, сколько фоток здесь я делаю постоянно? Вот я сказал жук, он выбрал жука. Взял жука? Успел за доли секунды. Я говорю, мы были в травке, сидят 2 жука, и тут Миша на жуке появляется. В траве сидел кузнечик. Как этот, не знаю, Канаония, помнишь, говорит, в траве сидел компьютер, говорит, кузнечик, компьютер, и все, на перепутал. Ничего себе у тебя там на лобовом, YouTube. Миша, кого? Чтоб сразу понимали. Красава, сразу видно, все, контент-мейкер, говорит, я тут это самое. Вот тебе сигнал, а у меня какой сигнал? YouTube сразу, нифига у него там, а слышь, жук. Вот дает, а? Ага, с шетку нажимаю, он нос. А кто это уехал так впереди? Да ёб! Что меня скидываете? Кто скидывает? Меня, я сам улетел в кусты. Меня с поворота скинули. Обалдеть. Вот это гонка по вертикали. Вот это жесть, конечно, вам. Не... Гонка по вертикали. По вертикали, по горизонтали. Тут все сразу, короче. Вот тут горизонтальная плоскость, вертикальная не плоскость. Тут. Немец. На тебе, блин. Немец. Кто немец? Хирош толкается, я не знаю, ты... Немец принял, он первый уехал. А-а-а. Сейчас мы его найдем. Я ему сейчас я его догоню, ему вот самое... Права у него заберем. Немец без прав за руль не садится. Нифига себе, я еду, такие пальмы летят, кусты, блин. Кто тут кусты постриг, блин, э? Я. А, ну вот, Миша передо мной. Туда, сюда, да подвинься. Ёп, ты чего, мне пост ГАИ чуть не снес, блин, толкаешься. Да что такое? Машина легкая. Ага. Ничего себе, он угнал. Блин, нифига себе. Увидел, на чем уехал, я поворот. Ты видел, какой круг быстрый был? Так я вон полкруга проехал по полю. Тракторист, короче. По полю.
Я ошибся, мне кажется, надо было эти шины на оффроуд. Не-не, тут оффроуд не обязательно. Гони, спасибо. Там Олег. Есть спид-кросс. Спасибо за поддержку. Кто-кто-кто, чего? Ты мне пинка дал, короче. А, это ты был, блин, а я... У меня шины вообще для дрэга стоят. Нифига себе. И чё, нормально у тебя на разгона нет? Нормально едет по земле. Жаль, тут в гонках нет мент. Да, есть менты, ты чего, Денис? Сейчас, подожди, в этих гонках еще какие менты? Это мы сейчас днем ездим. Когда ты ночью заходишь в эту же самую игру, здесь совсем другой интерес. Тут тебя догоняют. Подождал? На чем ты, чел? Спасибо, что подождал, но на чем ты едешь там? Штраф хотят тебе выписать, да, Миша? Вон, Тимур у нас, только что откупился, блин, уже бабки туда тратит. Говорит, я, говорит, собрать не могу. Ты вот на штрафы бы меньше денег отдавал бы, и все. Собрал бы уже давно бы лям. Ай, блин! Ах, Карлос какой-то меня тут обогнал на Авентадоре. Нет, Лаган, о, да. Мне сделали в моей машине. Это мне. Тебе пишет? Он же со мной, по идее, да. А, ну да. А я не могу ответить, я сейчас клавиши попутаю. А я бы мог, но пока не буду отвлекаться, потому что это... Если я сейчас куда... Ай, о, блин! Вон, нашел. Минус. Сейчас, Денис, мы зайдем ночь. Денис, если мы сейчас зайдем в ночную серию этой же гонки, ты увидишь, что полиция здесь после третьего уровня совсем с тобой больше не шутит. Нифига себе ему поробочку. Надо перенимать опыт. Бам! Ива Питеевов. Медведю отчет. Почет. Почет? Медведь тебе почет. Да. Миша гонщик у нас лютый. Все, опять у меня будет шорт, этот лютый гонщик. Ой, так. Что, звук включил. Так, давай тоже этим. Что-то YouTube вообще не пишет, что у меня кто-то есть, хотя он нет, есть на стриме. Низ. Ну ладно. Нет. Нифига себе, какая-то розовенькая. Ну, а, это и есть этот немец. Он рядом встал прям с тобой. Да, а да. Что у него? Что-то розовое. Что-то розовенькое. Вот сзади что-то стоит. Розовое. Феррари, да? Это Феррари, кажется. Да, он ее покрасил просто таким этим. Все, мы гоняем вчетвером. Блин. Внезапно. Внезапно гоняемся вчетвером. Миша, че, куда? Вот, вот гонка есть сразу же. А это та же самая гонка? Да. Короче. Вот та же самая. Поехали. Я вас приглашаю еще раз. Еще разочек. Поехали. А днем спят? Нет, днем менты тоже есть. Принялся. Денис, но днем все, они не агрессивные. Четверо. Когда ты ездишь ночью... Нас уже пятеро. Я на 8 заказал. Когда ночью... Я заказал столько на 8. Да, на 8. Ну а что, если копейки останутся, оставишь ночевые. Денис, просто такая тема. Ночью менты агрессивные. Сразу же там у тебя есть 5 степеней погони за тобой. Как только нулевая степень закончилась, каждый раз, когда тебя милиция видит, или ну, полиция, полицейские... За тобой гоняются, да? Так что, я бы сказал, гаишники, но тоже такого же, как бы, ГАИ! Госавтоинспекция. Из нулевых? Нет, с 90-х. Дети 90-х. Нет, вчетвером, давай, быстро. Полицейские, конечно, здесь они прям, когда вот 4-5 уровень, вообще агрессируют так, что я тебе дам. У них же там еще этот, как он, вертолет летает, да? Миша летал, помню. Вертолет, носороги. Да, вот эти носороги, это вообще, конечно, бомба. Мне тогда как дал, все, машина, короче, это... ночью менты приняли на грудь и становятся агрессивными. Да, скорее всего, там какой-то еще спирт дешевый китайский был. И вот они агрессивные становятся. Нормально. Смотри, какой Порша, какой классный там стоит. Так, ну что, Need for Speed? Need for Souls, Heat, Speed. Погнали. Souls of Heat. Вот у нас сейчас Souls, а ночью будет Need for Speed Dark Souls. Затолкали меня. Ах ты блин, вот это удар был, вот это жесткий тип. На Porsche, короче, как дал. Миша, это не ты же был? Не, это не Миша, Миша уже уехал. Сразу говорю. Да нормально, да даже если третье место заработаешь, тут уже нормальная зарплата. Тебе чё? Ну сейчас с вами третье место.
С нами третье место, это прям, ну, нереально. Вас пятеро мощных здесь. Ну, четверо. Так что? Нормально, нормально. Бам! Приеду уже хорошо. Скорее, на финише, говорит, приеду, говорит, на четырех колесах уже, говорит, победил. На четырех колесах. А то, говорит, на трех уже плава. Не, я пионер, когда приехал, у меня там бампер отвалился, капот трёсся, все. Пошел, пошел, пошел. Ой, я третий еду. Нифига себе, даже так бывает. Миша, у него что, Феррари мощнейшее, чем твоя, что ли? Как так-то? Другой тип Феррари. А, но Миша-то по машину поменял. Да, блин, жестко, жестко. Но он тоже чувак, смотри, он немец тоже, да, у него ник, по крайней мере, он на немецко написан, я понимаю. Ничего, ничего, может, твой подписчик. Хюнер Мелькер, знаешь, что это обозначает? Нет. Курей доит, доит курей, короче. Типа... Хюнер это, ну, курица, да, мелькер это как доилка, да, как доярка. А-а-а. Типа доярка, доит курица тут, типа. Дайтель куриц. Вот дает, а. Я бы ему написал. Но я ему, видишь, он что прилип-то. Я ему написал здесь, когда ты пишешь, он классная тачка, да, вот этим чатом. А у меня же выходит, когда чат, у меня же по-немецки пишет все это. Может, он это увидел? А, блин! Пальма полетела. Миша, ты там сзади? Я трамплинок. Хулиган. Использовал. Надо мной пролетел самолет. Истребитель. Ты аккуратней там. Ой, тайм-код надо запомнить. Тайм-код надо запомнить. Ну, 52 минуты. Нет, 54 уже минуты. 55. Блин, Миша! Миша, блин, класс, перед финишем, а! Ну, засранец. Каким я приеду? Четвертым. А, мне до финиша осталось 200 метров. Что за QR-код в углу на стриме? Да, это QR-код до этого, донейшн как-то. Donation. Чтобы не это самое, не записывать постоянно где-то чего-то. 56 там. Минут гонка, короче. QR-код скинул туда, прикольно. Просто. И понятно. Я запишу. Да, 56 там, с копейкой. 55, 50 секунд. Блин, ну, Марина, в красном цвете прям ласточка. Вот он, поменял, видишь, у него был Феррари, сейчас тоже он Форда взял, черт этот. Ну, я не знаю, он хорошо, я. Он хорошо шел, его я догнать лимон, не я мог. Тоже, я тоже могу теперь Форд взять, кстати. Могу поехать и купить Форд. Очень хорошая инвестиция. Он стоил недорого, если тюнинг на него весь этот сделал, он очень сердитая тачка, смотри, как хорошие места занимает. Ну что, поехали, давайте в ночь тогда, что ли, Миша? Как ты это смотришь? Можно. Машина у каждого есть, ночью там тоже гонок у нас хватает. Здесь уже сильно платить не хотят. Денис хотел посмотреть на полицейских. Денис, оставайся на стриме, сейчас покажем, как выходить от полиции ночью. Миша вообще у нас там по трамплинам сигает, короче. Так, чё, переходим, как там, на карту нажимаю, М, и ночь, Н. Всё, я пошел в ночь. Есть. Так ты в ночь так не уйдешь. Всё, я ушел уже в ночь. Как не ушел? Ушел. Заходишь в меню, это, на карту, там есть... А, и тебя перекидывает? Конечно, да. Переходите в ночь, пацаны, я вас жду. Я закрыл. Я уже здесь. Я уже в ночь. А тебе никто ничего не писал. Я за копчиков. Ну, копчик. Сейчас увидишь. Если копчик. Мы провороним, они могут нас поймать, конечно же. Да, у нас такое было тоже вот. Я даже нарезочку делал, когда мне полицейские поймали. Как ты в ночь перешел? Нажимаешь на карту, заходишь, и на карте у меня стоят буквы там. И там стоит у меня одна буква. Нажать что? Нажимаешь ее, и у меня автоматически переходит в ночь игра. Нажимай на карту, чтобы у тебя карта открылась. Внизу смотри, у тебя что написано. Да, я переключил. День, ночь. Ну, ты нажимаешь ночь, у тебя машина такая переворачивается три раза. В смысле три раза? Ну, она так гух-гух и ночь. А, вот, подожди, тут можно... Когда у тебя открыло... Тут надо на что-то навести. Нет. И тогда нажать, вот у меня здесь L3. А мне тогда на клавиатуре пишет, нажмите клавишу N.
Да, N нажимаешь, оно в ночь заходит игра. Вот тогда ты бы сразу сказал. А, ну я не знал, что у тебя там такие же буквы или нет, как у меня. N, да. Сперва заходишь на карту M, и потом N. И оно в ночь заходит. Что, не делал так, что ли, ни разу еще? Вот он же приехал, смотри, зеленый. Нифига себе, у тебя там спойлер. Как раз такое, знаешь, как этот вот, барная стойка. Ну, на этой машине уже видел разы? А, да, это же этот же Раптор, да. Вот я по звонку велосипедному узнал эту тачку. Ну чё? Ну чё, мы берем тачки по... Подожди, я его сейчас... Мини-мощности. Сколько у вас мощности? А хотя... У вас сейчас... 397, по-моему, на этой. Миша, у тебя сколько мощности? На БХ 400+. Ну... Сколько у тебя мощности? Здесь 390. Ну, тогда подожди, я сейчас вас приглашаю. Подожди, секундочку. Подождите, 5 секунд. Сейчас я еду, я нашел хорошую такую гоночку. Мы туда, мы эту гонку пройдем с вами. И потом уже полиция, они автоматически будут уже за нами гоняться. Будем поднимать... Чего-чего? Ford GT. Или мне тоже взять Ford GT. Да, ладно, уже нормально. У тебя Skyline нормальный, что-то. Е. Приглашаю вас, пацаны. В Вентуре. Видели? Не спойлерите спойлер! Да-да-да-да-да. Спойлерите спойлер. Все, приняли? Да-да-да. Все, супер. Мы медленно, но верно едем. Сейчас, сейчас у нас нулевой уровень поиска там или ухода от полиции. Розыска. Да, у розыск. Во, правильно, Миша сказал. Нулевой уровень по розыску. То есть нас сейчас пока еще... Мы еще сейчас никому не интересны, не нужны. Мои салаги пока еще. Да. А когда будешь бывалый, у тебя будет там вот где огонь посередине сверху, там, да, там пятерочка стоит, то есть это уже такие, да, рецидивисты, я бы сказал. Мисфизм. Нифига ты, а что ты там... Драйвер YouTube, драйвер лайф. Ну да, все у меня есть, видал? У меня с одной стороны стоит медведь с пивом, а с другой стороны стоит T-Game. Справа посмотри машину мою. Смотри справа. YouTube. Справа посмотри. Все, не успел. Справа у меня стоит твой канал, а сзади на стекле стоит все. У меня машина, у меня Ford машина, сплошная реклама. Ты заморочился, конечно. Ну а что, смотри за то, как реклама сколько. Продвижение по полной. Ой, и спереди тоже, блин, обклеил, конечно, конкретно. Да что, Миша говорит, давай, говорит, делать будем. Ну давай, что. Полчаса обклеивали. Но я теперь зато быстренько, например, раз-раз-раз. Первые наклейки тяжело давались. А сейчас прям быстренько. Сколько на стекле тоже сзади? Ну вот на стекле сзади у меня все каналы стоят. Твой, и Мишин, и мои оба. Вот и полиция. Здравствуйте, кого не ждали. Фига себе, кто меня там сейчас так толкнул? Я. Это я, походу, был. А ты? Я копал, добавок уничтожил. Ну да, ну ты конечно, на Раптор, если ударил, не раз ударил, то все. А тебе за рекламу платили. Но мы как бы такой, видишь, рекламу делаем, канал друг на друга. В кого, поскольку мы играем, как бы, да, то есть у пацанов тоже обклеенные машины. Да, Тимур только еще не обклеил, Тимур только на себя реклама. Но это да, я, нет, это он исправит. А то мы ему, блин, это самое, колеса-то открутим. Мозги вправят, если не... Конечно, мы эти колеса открутим, будешь на тормозных дисках ездить, короче, да? искрить по асфальту. А то что тут хитрый, да? Мы, главное, на него рекламу делаем. А у Миши... А я что, знал? Да, ну теперь ты видел. Теперь ты видел. Но это я сейчас только... Это был тест-драйв, то есть это была первая тачка с рекламой. Я в следующий раз специально возьму машину, где побольше площади для рекламы есть, то есть какой-нибудь такой, как вот лимузин какой-нибудь формата, да? Ой, да ладно, не прям так заморачиваться сильно. Не, ну прикольно, почему я сделать ее так со всех сторон? А ты же ездишь, тебе получается онлайн там, да? Сколько чуваков твою тачку видят, почему нет-то, да? То есть ты пишешь как бы, ну не, это же да, бесплатная такая самореклама, скажем так, и не только, да? Это поскольку мы вот в кого поиграем, то есть эти банды из 90-х. Да я все, я сальто, блин, упал. Перевернулся. Я назад-то не еду. Я ехал хорошо, а потом один раз бух. И все. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это вообще прям вау. Ах.
Тут. Там еще этих наклейки даже не смотрел. Там вот когда ты текст пишешь, рекламку, там сколько всяких там логотипов есть, каких-то рисунков. Вообще. Че я на финиш? Вторым приехал? Вторым? Вот дает, а. Здорово. Здорово. Че это за вилла? Кто здесь живет? Чей дом? Это не мой. О, у нас уже третий уровень сразу, да? А есть на карте третья гонка уже, не? Да. Посмотрите, пожалуйста. Рэкет. Не рэкет. Нет. Денис, мы таким не занимаемся. Мы нормальные ребята. Внизу. А третий, наверное, надо. Я нашел уже. Блин, нафига у тебя там... Слушай, на этой был красный, сейчас зеленый дым. Поехали, чё? У меня вот велосипедный звонок на такой тачке, конечно, это прям мощно. Это прям... Это жестко. Я ж тогда шорт делал. Need for велосипед. Вообще угарно. Тоже хорошо зашел, стрельнул прям. Ой, это где вы? Я в поле поехал. И ты занес... По полям, синий трактор едет к нам. О, дерево. Да, так, в дерево врубился, потом тяжело. Вон, где Миша едет, там пальма вон летает в воздухе, офигеть. Баги такие, да? Вот это дерево, да. Летает, может. Кусты отрываются. Кусты, кустарники. Скинуло. Миша, что-то я тебя обогнал, что ли, или что? Да, через... Миша за текстуру уехал. А-а-а. Почти. Ладно, я жду. Ничего себе! Вум, мимо. Наев бог. Ну, звук у него, конечно, вот крутой такой, прям. Бо-о-о, такой вот там. А в реале можно поменять на тачке гудок на велосипедный? В реале, конечно, в наше время все можно. Почему бы и нет? Надо, но ли только? Или туда? Не, надо было налево повернуть. Ты пролетел мимо. А в другую сторону поехал. Специально. Сейчас с туннеля выезжаешь и гонка номер 3. А, я думал, надо. Не надо ехать в туннель. Я думал, я не туда еду. Не-не, нормально. Теперь он застрял в кустах. А, кустах. Ты за мной зачем поехал? Не знаю. Просто угораю. Копы, меня нашли? Кого? Прячься давай, не вздумай даже палиться. Чё, Миша? Нашли. Я жду тебя. Как я вам привет, копов? Я по полю здесь ездю. Мы по полю. Во дает. Подсветка прикольная. Чё он? Копчики. Ну ушел тот полицейский? Не, уходи давай. Копчики, ДПСовцы. Да, ДПС сейчас скажешь. Техосмотр не прошел, конфискую тачку. Потом будет у тебя этот Pimp My Ride. Тачка на прокачка. О, слышу, блин, вот слышу, мигалки, сирена. Че, ушел? Слышу. Не. Я там в лесу спрятался. Че, поймали что ли? Не поймали. Давай, о, не лови. С горы сиганул. Все. Ну, потеряли, кажись. Съеду. Еду укрываться. Все. И копы за мной уже едут. Ё-моё, я в лесу здесь, короче. О, меня приглашает чувак какой-то. Не-не-не. Ocean Drive. Рикардо. 15-11. Да. Это я не знаю, кто это такой. Все. Я тоже не знаю. Я стою уже дома. В лесу. Быстро ты. Кубит, отправлено. Принял. А, во. С. Все, есть контакт. 3 из 6. В лесу постою, короче. Тан-таран-тан-тан. Там постоим в лесу. Так, двигало надо выключить на всякий. Да, он движок выключил, дверь. Сразу такая камера пошла вокруг. Прикольно. Ну, это я, если вид ты такой настроил, то будет по кругу ходить. Там в зависимости от... А, какая? В зависимости от того, какая камера или что? Да, в зависимости от того, какая камера, типа там. Ага. Ну, у меня первый раз такая, вот, красивая. Недавно узнал. Ну вот, и тут сколько таких фишек скрытых, да, пока узнаешь чего.
Ага. Одинокий волк. Да я, не, я сейчас подожду. У нас предводитель медведь пригласил. Мы ждем. Одна секунда. Ноль. Как ты бесится тут, а? Ну чё, погнали? О, красота. Вот это да. Дзинь-дзинь-дзинь. Как свадьба у армян. Тин-тирин-тин-динь-динь-динь-динь. Ну, на внедорожнике таком. Владюшник, ты куда пропал? На, я эту дорогу помню. Блин, что тут гололёд, что ли, или что? Ё-моё, нифига как скользко. Знал бы, что зима уже там в Need for Speed, я бы винты эти, зимние покрышки бы купил бы. Может, на этот, на хит есть какой-то мод зимний. Winter Rive. Не, это просто там после дождя еще слякать пыль, все эта тема. А, ну, конечно. Блин, Влад, ты зашел, а я не могу прочитать сейчас. Сейчас Влад, он на финиш приедет, наверное. Влад, потом... заходи, пиши мне, я чат свой вижу нормально. Ну да. Никто не пишет. Я не могу пока, не сорян. Пишет, чё, сейчас, а мне там тоже голый лед. Да, дела. Я вон в дерево врезался. Я вот в чат посмотрел сразу, в дерево, бабах. О, Миша пролетел мимо меня, е-мое. Ну лютый гонщик, лютый. Лютейший, я бы сказал. Блин, по внешнему кругу хас прям. Блин, тут забор не удержал, я пошел туда. А, Лина и Шаз, знаем, может, таких. Сейчас догоним. Сейчас, наверное, посмотрю в чат, там будет. Давай первый. Блин, ну вот это, конечно, скорость. Скажем, не приезжал, да? На тебе! Мы попробуем. Макларен, блин, его еще, блин, скорость ему добавил. Он как дал ему сзади. Да ёп! Вот это удар был. У меня аж мотор заморгал. Где заправка? Где заправка? Заправка, заправка. Дерево! Пока еще нету. Все, я сейчас, у меня сейчас маленькие удары, все. Кирдык. Ё-моё, голый лёд, да, Денис? Если с медведем брать трассы по лесу где-то, с по лесу, поворотами, то все. На любой машине. Надо их 6 брать сразу. Можно не волноваться. А если где-то по прямым, по трассам, то все, то там Олег сила, конечно. Стали прям перед финишем. Отлично, доехал. Блин, у меня сейчас я сам так сломал тачку. Мне сейчас один маленький удар, я проиграл. Отъеду и прочитаю. Где давай заправка? Третий. Пацаны, заправка есть на дороге? Нет, заправка. Впереди будет. Нет, впереди на финише будет. Я до финиша не доживу, ё-моё. После моих слов не работает. А, вот, финиш, вот он. Что молчим? Прикинь, я отремонтировал при ударе на финиш. Чё, сваливаем, да? Кто там это сказал? Сваливаем. Все, менты. Медведку-то? А менты на мне кенты. Все, валим. А менты на мне кенты. По кукурузным полям едем. Ну да. Ты что, кукурузник, что ли? Ну типа. Как самолет, знаешь, кукурузник. Какие кукурузные, это пшеница. Видимость ноль, говорит, едем по приборам. А что он говорит, кукуруза? Пшеница, еб. Ты что, пшеницу от кукурузы отличить не можешь? Если бы была кукуруза, они бы были выше этого раптора. Ну да. Кукуруза не за два. Мне казалось, высокие были поначалу. Все, я ушел от полиции. Так что делать? Что делать? Кстати, так сухари сушить. Что нам ночью, что делать? Денег не накопим. Что, в гараж идти потом опять в день или что? А? Ну да. Окей. Так, карта. Гараж. Какой гараж? Ах, верни, Саш. Он мне какой-то человек пригласил. Я не хочу из того ехать никуда. Идем, баня.
Сейчас, если меня полиция поймает, блин, все, что я заработал, накроется медным тазом. И с клиентами общаться. Need for Speed Underground 2. Ладно, шутка. Need for Speed Underground. Underground 2 надо посмотреть, где-то же у меня была, надо я... Можно Underground за 2 дня пройти, нет? За 3? Сложно, очень длинный. Да? Если все гонки. Okay. Длинный, очень длинный Underground. Все, понял. Я просто уже не, я не помню даже сюжет, там я так видел со стороны чуть-чуть. Так, все, я с ночи выхожу в день, ждем вас. Хорошо. Так, карта, нажимаем. День, ночь. А, вот, R. Нет, она и на F. На маслкарах. У меня есть один маслкар, 262. Я вас жду, короче, в днем, да? Кто какую кукурузу любит? Я люблю желтую. Ну, желтую. Когда сварил, конечно, она пожелтела, там все дела, там ее посолил сверху, еще сладенькую посолил, и нормально. Я такую кукурузу, короче, делал. Длинный. Я кукурузу делал такую на этом самом. На костре прям сырую брал, на костре прям над огнем она взрывается, ну, попкорн, да? Вообще вкус, вкусная. Но ты любую бери, прям нагреваешь ее прям на огне, она нагревается, такая, стреляет все. И кушаешь прям горяченькую вот этого, да? Свежачок. Очень вкусно. Кто не пробовал, ну, попробуйте. Ой, я краску нашел. Чик, баллончик краски нашел. Так, карта. Пам-пам-пам-пам. А, вот еще и павлинчик есть. Нет, фламинго. Нет, молочно, а я... Сырую. Ну, сырую есть, кормовая там какая-то никакая. Сырую люблю, пареную люблю, жареную люблю. Жареную вообще... Я тоже всех видов. Даже на мангале я делал, вообще прикольно, вкусно. Вкусно. Где фламинго, я что-то не понял. Лёу. О, какой красивый Лёва. The fish bowl. Рыбный этот. Ну, короче, это пиалуха. Блин. О, и мне да. Еще один. О, Ferrari F50 Testarossa. Вы машину выбираете или что вы делаете там? Нет, нет, я парень. Этот, едет один парень, да. Что, вас приглашать? Ну да. Все, я поехал. Давай, поехал, короче, за гонкой, вы там это... Машину там заправляйте, ремонтируйте. Через буквально секунд 20 я приглашение отправляю. И... А сколько у меня денег, если может... Блин, я не знаю, накопить... Собирай деньги, значит, собирай. Ладно, давай, сколько давай у меня сейчас денег? Говори. По-моему, лимон. Как посмотреть? Как лимон какой? 93. 2,2 миллиона уже у меня есть. Копи. Давай, копите до 3 лимонов. И чё потом? Ага. Просто копить до 3 лимонов. Ага, Феррари типа или здесь? Просто купим до 3. No questions. Вот если бы я тебе мог бы их там в Need for Speed задонатить, это бы, конечно, было веселее, но... Не получается. Мне-то не жалко, чё, я уже тащик себе понабирал, ничего не надо, езди, просто бабки как в копилку идут. Опять маленькая чума. Вы бы это самое приглашение взяли? Да. Ну, сейчас у меня стояло там больше денег, чем до этого, так что... Как по-русски называется гонка, кстати, интересно. У меня трудный написано... Трудный ребенок. Да, трудный ребенок. У меня по-английски... Трудный ребенок? Да. Проблем... Проблем кинд. Проблема. Проблемный. Проблемный ребенок. Ну да. Типа у меня написано Piccolo Pesta. Я перевел, типа, как это, маленькая чума. Нет бы Бомбини, да? Бомбини не написали. Нет, это типа по смыслу, да. Ну да, если такой в другой смысл чуть-чуть брать, ну, как бы, в принципе, правильно. Как дословно. Проблемный ребенок, трудный ребенок, да, вот это что-то в ту сторону. По-своему, каким-то этим, может, диалектом, там, я не знаю, как они там это делают. Иногда вот название смотришь. Что, началось все? Готово? 3, 2, 1.
И начинаем. Сейчас будет. Сейчас мелкий спиногрыз перевод. Сейчас будет жарко. Мелкий спиногрыз. Мы уже сказали перевод. Кстати, да, это прикольно. Спиногрыз. Спиногрыз это прям вот это вот. Не все переводы. Это да. Вот какая-то Феррари, ну красненькая вообще. Это кто на ней? Миша на зеленой сейчас? Да. Офигеть. Ну да. Ну ты не на ней. А, ты опять на Скайлайне. Да что такое, а? На не тебе. Смыча... Да меня. Цок перевернул. Дарьян, я смотрел на чёт. Вот так вот. Да нифига себе тестерос ободается. Алло, макарони, ё-моё. Халё. Не, Порше идет прям четко. Надо мне, наверное, тоже такой Порше купить. До свидания, вас по травке. Я, наверное, сейчас такой Порше куплю, слышь. Вот, это мне это прям... GT4, что ли? GT3, 4, пофигу, возьмем. Что есть там? Столько денег у меня есть. Я вот на Carrera 911 прокатился. Любовь, конечно, но содержать я не могу. А, так, конечно, прикольная штучка. Вот, согласен. Очень удобный автомобиль, ну как, если любишь погорцевать. Да. Можно даже на нем спокойно ехать, но сильно не газовать, он много бензина не кушает. Тоже такое можно сделать. Ты как знаешь, что много бензина не кушает? Ну я заправлял же его, я же ездил на нем. Я целую сутки. А, ездил прям? Я целые сутки, 12 лет назад я целые сутки ездил на Porsche. 911, там было 300... Что-то 20 или 340 лошадей. И когда... А, подожди, в этом Гран-туризме есть эти? Ну, типа, заправляться надо? Я на настоящем Порше ездил, Тимур. А, на настоящем? Я на настоящем. На Гран-туризме надо заправляться, все верно. Там надо заправляться. Там все как положено. Вот ты меня и поставил сомнение. Я, типа, сначала подумал, когда сказал, типа, я 10 лет назад. Я как раз подумал про настоящий. Да. Там такой, стоп, может, он про Гран-туризмо? Не-не, ну, в Гран-туризмо я тоже ездил, но на настоящем я ездил, в реале. То есть, на выходных ездил. И, там, я говорю, 320 лошадей или 340, я сейчас точно не помню. Но я знаю точно, что, ну, он был не турбирован. То есть, нормальный боксер-мотор, там, 3.6. Офигенная штука, просто... Классный опыт. Да, очень классный, очень классный. Я прям, я благодарен человеку, который позволил мне это сделать. Я тебе говорю, вот в эконом-режиме на нем ехал 12 литров на 100 километров. А если ты на нем нормально едешь, как на Porsche надо ездить, 20 литров расход. Да, Миша, не бодайся, заколебал. Сам едешь, бодаешься. На каких еще нормальных таких машинах ездил? Ой, я чекпоинт пропустил, что ли? Ну да. Что-то там остановился на одном месте. Еще один круг. На знаете... каких еще нормально? Это да, он еще такой, раз тебе, два такой. Ладно, спасибо. Это кто, говорит, не бодался, да? Алло, гараж. Миша, сколько уже тебе там заработал, пока мы тут ездим целый час? 200 тысяч уже по-любому есть, да? А, ну 200 есть, да. Ну вот уже можно гольф и тюнинг. У меня было 700 тысяч, я заработал 1 100 000. Сейчас посмотрим, если у меня денег чересчур много, то я Porsche куплю обязательно. Сразу же запчастей вагон. Миша, блин! Лёг в бороду почесать. Ты чё делаешь? Делать рождение. Писец, блин. Я в поворот вошёл. Челленджер купил, блин. Ты как-то в поворот входишь, блин. Что у меня Форд страдает своим? Как дал мне? Все, у меня теперь стойку надо ремонтировать. Он замял дверь правую, теперь пассажир не залезет в мою машину. Надо же Стянчиком звонить. Слушай, Миш, ты Феррари как-нибудь тюнил, там мотор что-нибудь покупал ей? Да. Понятно. Да его толкай на финиш, толкай! Вообще-то ты до машины был в 20 сантиметрах. Не касался я, потому что заднюю камеру назад смотрел. О! Ой, его зашел. Так. Задел. Не так, конечно, много, но дело в том, что... Тимур хоть раз выиграл. Один раз, да. Опять я 4.17 проехал. Ничего себе. Надо так тоже время поставить.
Так, ну что? Сколько у меня? У меня 2 миллиона 300 тысяч. Там можно. А, мне надо, чтобы машину купить новую эту. Так, 150. 383, я сейчас подойду. О, нормально. Давай. Я сейчас пока зайду быстренько. Посмотрю машину, сколько Porsche стоит, да? Ни разу не выиграл. Да ты че? Да ты че? Да ты че творишь? Да тебя не было, когда я пел. Нет, ты был, ты был, ты был, ты был. Сейчас посмотрим, что там. Что ты говорил? GT? GT, не GT? Я по-другому совсем, конечно, наклейки. Потом, да, облепим. Так. Смени опять автомобиль. Заходи. Я зашел в этому, к продавцу автомобиля. Не понял. А, к продавцу прям? Да-да, прям. Покупать будешь? Porsche. Может, мне ламбочку взять? Aston Martin есть, Chevrolet Camaro. Живущий в Италии обязан. Ты вообще, да, как бы, ну, ты должен на Феррари ездить, а мне... Мне сейчас прям по стране проживания прям Porsche нужно купить, чтоб прям это... Вот, 100 GTS 18 года. Cabrio 224, 236, Бэху я не хочу. Нифига себе, Тарго. 4 GTS Тарго, круто. Тарго классная штучка, мне нравится Тарго. Марсад... Тарго по-итальянски это значит этот. Че? Номерной знак. Да? Ага. А, на автотачках Тарго это где крыша открывается. Вот эти штучки вытаскиваешь ты крышу. Типа не кабрик, но этот. 172 тысячи. А кстати, у меня нет его уже, кстати, в гараже этого Porsche. Я ролик лью, понятно. Там гонка была хорошая одна. Подожди, GT Dry RS. Зеленый. Гонка, сам не помню, какая. Так, ладно. Сколько у него? 260 пунктов. Турбо. Вау. Турбо эксклюзив. 285. Что думаешь, Porsche Turbo брать, нет? Cabrio. Я, кстати, я не помню. У меня вообще Porsche есть, нет? А Жигули? Жигули нет. Падло, загрызли. Не знаю, как игру дальше пройти. Ламборгини. Туда-сюда много дропну, наверное. Ничего себе. А вот. Первый, это самый первый? 458-й Спайдер Феррари, красота. Вау, Хуракан, вау. Вот, смотри, Porsche GT2 RS 8. Типа, больше не будем говорить, типа, я понял, типа понял. Чё? Что такое? Что за авторские права? Влад поясняет за польский. А, ты уже материшься самый, по-польски самый уже? Самый первый, но ремейк. Ламборгини Авентадор... Авентадор S Roadster 17 года. Просто конфетка. Тебе надо такую купить. Авентадор вот такой у меня уже есть. Феррари F40. Миша, то Porsche покупает турбо или нет? Не знаю. Во, Кёнигсег Регера. Вау, 1 200 000. Привет, Димон. Салам. Монтон? Привет. Не, просто Димон написано. А. Димон, добрый вечер. Aston Martin Vulcan. Это что, у тебя такая, Миша, была? Или у тебя? Это, у кого такая была? Vulcan. Pagani тут я купил уже себе. Pagani, говорит. McLaren, Ferrari. Вот она, Ferrari. 2 миллиона 177 тысяч. И McLaren... Да ладно, не поверю. Владислав. Как, кстати, полное Влад будет? Владислав. Владислав. Да? А да. Это неплохая гонка. Это отличная гонка. Так, подожди. Так, надо, знаешь, что нам сделать? А как типа мне... Типа видос по ассасину пишешь. Надо мне в гараж типа зайти. Видос. А чё, куда? Куда все пропали-то? Алло. Мне ставили одного. Сейчас я в гараже посмотрю. У меня вообще Porsche есть. Я что-то пошел покупать Porsche. Я даже не помню. У меня такая вообще есть тачка, нет? А то сейчас понакупаю. Я не люблю, когда тачки дублируются. Секундочку. Да, вы там посмотрите, чем Миша, потом гонку посмотри, там прям. Одна я минутка, пожалуйста. Подъехал. Куда? У меня, гонки 72 тысячи. У меня 34 автомобиля. Охренеть просто. Ну, переведи. Погание. А что переводить? Что? А что переводить? Что тебе перевести надо? С итальянского. Евро в рубли. Евро в рубли перевести? Не, у меня ни одного Porsche нету. Все, короче, берем туда, значит, вот этот. Зелененький там Porsche я видел, кстати. Зелененький. На трамплин подлететь. Вау. Не знаю зачем, но...
Я уже подлетел. Правда, медленнее, наверное, будет тачка. Перформанс. Карта. Посмотрим. Так, что это я могу поставить? Не могу. Могу, не могу. Нет. А, да. Правда, правда, правда. Это этого будет не лучше. О, кстати. Сейчас я этот тюнинг хотел вот сама. Прибавляет. Е. Одна только отчеток. Надо 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вообще раллийные так. А я не покупал. На оффроад. Ну ладно. Блин, какая же ласточка, зелененькие. Вот интересно, они наклейки. А, понял. Если почву перевести, понял, понял, а тебя здесь понял. Чем? Почему здесь этот? Похоже на заклинание из Гарри Поттера. Во, Блад. Эникус, Беникус, ели вареникус. После видоса по Assassin's Creed 2 все отпишутся. Да, обязательно. Давай какие-нибудь фразы Эцика на итальянском скажи, знаешь что-то. Для Влада просто надо. Полу 10 приглашать, не надо нам такого. Ой, блин, да помнить бы, что он там говорил, слушай. А, так не с этой стороны надо прыгать. Ну нифига, у меня уже в стоке GT2 RS Porsche, уже бомбочка. Конечно. Бого. Сейчас я ему еще пару запчастей там. Пам-пам. Что там? Эцио говорил, инсьеме пер лавиттория. Вместе победим, типа. Ну это. Так, С, мотор. 3,8. 6,2. 6,2 в Porsche зачем? Бьянка это самое. Меч Бартоломео. Бьянка еще переводится как белая. 7 литров в Z12 в Porsche поставим. Пойдет. Вот это я сейчас купил тачку. Тюнинга в ней 3 ведра. Денег дает. Лошади фразы, например. Как. Ну такой тоже говорил. Андиамо, да, Андиамо, пойдем. Пойдем, поехали. Куда? Ну, Андиамо, как переводится. Ага. Просто Assassin's Creed, вторая часть, она же там по Италии, поэтому там проскакивают итальянские слова. А-а-а. Ага. Так. Ходовая. Так, ну все, у меня уже 400 плюс. Красота. Слушай, сейчас осталось. Так, тормоза есть. Когда у тебя тачка крутая, уже не надо тут сильно напрягаться. Напомню, хорошо надо сделать. Ах, чуть-чуть. Че? Ладно, уже меньше. Пофиг. Эх, Влад фанатик получается. Все фразы знает. Ну, Бартоломео там своя любовь с мячом, это да. Бьянка лучше всех. Целый миллион отдал на тачку и на тюнинг. Я не знаю, вы скажите, что перевести, я переведу. Я просто рил не помню. Болтал, не болтал, чем. Обожаю, правильно. Я, кстати, поставил сейчас эту не стандартную задержку, а эту малую задержку. Я думаю, угу. Что она поворачивать-то вроде не может. Вроде работает норма. Все, супер. Что как переводится Бене? Ты сам знаешь, как переводится Бене. Че, не знаешь? Вот эта тачка. Ну че, Миша, пригласишь или? Да-да-да, сейчас. Я зуваться рад. Вот это да! Вот это прям вау. Все, я принял. Ладно, я на эту машину потом попозже рекламу сделаю обязательно. Сейчас пока просто кайфуем от того, что ты она... Ты уже можешь не отмазываться, все и так все поняли, вон даже видос сделал. Насчет? Бене, спасибо, вроде нет. Спасибо, но мне каждый день говорят Бене, и это забув. Бене? Бене значит хорошо. Mm-hmm.
Ладно. Вабена? Вообще-то говорится Вабене, да. Вабена? Даже я это уже слышал. Но Бене просто можно сказать, типа ладно. Ну да. Ну и Вабене тоже ладно. Короче, можно и Вабене, и просто Бене. Ну я вот помню, что... чаще говорят Вабене. В ресторан там, да, тебе дают что-нибудь там, принесли что-нибудь там, прего. Там, типа, пожалуйста, да? Да. Это я запомнил прям. Тимур, а ты на чем? А я на ламбе. Итальянец и два немца. У меня Порше. А у тебя что, Миша? Правильно. Немец. Порш? Ну, почти. Мерседес? Нет, говорит, Volkswagen. Я. Вот точно я. Надо было тоже немец взять. Красава. Я, говорит, нормально. А я сейчас буду своего этого выкатывать РС-ку. Блин, я тащусь по нему. Я такую тачку в реале пару раз видел только. А чё мне диска все? Да слышь, я уеду лучше побыстрее. Ты куда собрался? Да я тебя уже догоняю. Я, блин, даже по полю хорошо иду. Знаете? Что? У него такое управление резкое, ё-моё. Это тебе не это. Это тебе. Ты его прокачал полностью? Я там... Там всё. Прям... Там только одного маленького пункта не хватает, мне кажется, на моторе там какой-то запчасти. Потому что у меня там 9, и остальные все пункты по 10. Ничего. Он идет прям, слушай, но если бы в оригинале был в стоке, я бы тебя не догнал, если честно. Как у меня сейчас Porsche есть, ну я представь, он стоил 270 тысяч, я еще 900 на тюнинг засунул. Ничего себе, 900 на тюнинг. Ну да, из-за этого она, видишь, как ушла. Он по полю быстро едет. Где там деньги копаешь? С вами зарабатываю, тут катаюсь. Я тут работы ищу какие-то, просто гонщикам надо было становиться. Конечно, блин, а не ездить по концертам. Конечно, гонщикам, блин. Я тоже хотел быть гонщиком, но я поздно это захотел, уже в таком возрасте. И там главное рыбок не будет кормить. Да-да, это мое любимое, в поворот не вписаться и рыбки. Халло! Во-во-во-во, это знание, только Миша сказал, вот оно, все, я торможу. Я специально... А, нет, блин, накаркал, я ушел. Реально, закинуло меня, я как ушел. Как тебя закинуло? Закинуло, я ушел. Офигеть. И Миша обогнал, да? Сейчас мы этого жука догоним. Вот жук, а? Видал, как она уходит? На тебе еще. У меня капот поднимается, как только я газую. Ты во сколько хотел гонщиком стать? В каком возрасте? Ну, уже 20 было у меня уже с копейкой. Уже поздно. Тебе уже сказали нельзя? Нет, ты чё? Тебе же надо... Тут же все бабки, спонсоры. И, тебе во-первых, надо, у нас... Чтобы стать гонщиком, тебе надо лет 8... С картов начинать. Да, сперва с карта все это. У вас все гонщики начинают с картинга, да? И вот у меня знакомый один есть, он на картинге ездит один, короче, да? Ну там ты реально учишься вот этим каким-то поворот вот эти азы. Ну и все. Ладно, и причем здесь 20 плюс лет, можно же все равно. Не, это уже поздно, ты че? Потому что они уже в 16-17 лет уже там Формула 3, Формула 2, потом уже там в 18 лет уже Формула 2, там, да, там в 20 лет, чтобы в 19 Формула 1 в ту сторону. А там же спонсоры все дела эти. Это не все так просто. Ну вот и вот релли, допустим, меня вот эти завлекают. Тоже раньше ездил, Колин Макрей играл, да, вот эти гонки на компьютере. Вообще было. Да, мне. Ты чё? Да, дёрт это потом уже пошли, а первый-то Колин Макрей, да, сколько их серий было. Да, Миша, блин, зря! Борьба за финиш, блин! Ты чё, блин, первый приехал, а? Да, 3.14.99. Писец полный, а я шёл так хорошо. Смотри, у нас там... 0.004 или что, сотых там. 3.14, 3.15. В Абене никто не говорит, это как Польша. Тимур приехал? Да. Я приглашаю. Говорят, топши и все. Да не, говорят в Абене часто.
А Бен и Бен, ну здесь как бы разницы мало. Че, Миша машину поменял? А нет, это Тимура ламба стоит. Ламба. СПС говорят спс. Да, это я вот тоже, мне что-то дают и говорю спс. Я не говорю уже спасибо, просто спс. Серьезно? Нет, конечно. Уже до того дошло, да? А потом говорит такое збз, збз. Да, пишут, что спасибо не говорят, говорят уже збз. Thanks, thanks. Если YouTube переварит, то в четверг, ничего себе. С моего стрима, что ли? У нас 12 здесь будет, вау. Не хочу я машину менять, ё-моё. У нас 12 будет, да. Я отъехал, хотел камеру поменять, она у меня вон, видал, чё? Может, ну да. Блин, теперь я не могу камеру поменять. Стараемся. А что ты там о рощах девушек видос вставил? Где? Может, то... Ты чего там? Румыны говорят, а в Италии тогда в Абене. А, да, румыны говорят Бене тоже. Да? Это я не знаю. Но это Влад пишет. А что, в Румынии живет? Не, ну типа знает. Немножко. У меня румыны вон есть у нас по соседству. Там дети с ними общаются, надо бы спросить. Как там чего? С ними говорят Бене, да? Ну, некоторые слова понятно. Миша все, по головам идет, короче, едет. Ну я его толкаю, блин, Астон Мартин или что, Макларен. Офигеть! Уехали, смотри, ребята. Ушел, как ракета. Зеленый, всех распихал такой. Все, подвиньтесь, подвиньтесь. Я в магазин опаздываю, там пиво по скидке. Нифига себе. А что ты в кусты опять поехал? Не надо. А, он по встречке, смотри. У меня ламба не поворачивает, блин, только по прямой. Миша по прямой. Ах, красава, красава. Ты посмотри, что творит. А ты посмотри, она, ну, лютый гонщик, лютейший, просто лютейший. На тебя бензина не напасешься. Он все время едет на пятой скорости, на шестую не включает. Не переключают скорости вообще. На одной почему едет. Здесь 7 ступ. А я 8 поставил. 7 у тебя здесь там? Здесь максимум 7. У меня вот в этот Porsche сейчас новый был вариант. 8 ступка, первый раз. Все эти другие тачки там 5, 6, 7. Понял. Выбирать. Ну а здесь она видна, вот эти 8 ступка, большой мотор. Так он крутит до 8 штук, он в нормальном этом положении. То есть это хо-хо-хо. Это вам хо-хо, не хо-хо. А у меня на этой, на... Вот. На BMW, по-моему, 6 ступка лучше, чем 7 ступка. Ну да. Ну, типа... Обороты держит лучше на некоторых приемистей, да. Может быть и такое. Не всегда, когда ты коробку поставишь с большей скорости, она лучше, да? То есть это все тоже как бы... Вот сейчас я на 6 еду, ну оно и понятно. Поставил 5 ступку и на 3 скорости всю игру прошел. Че себе, смотри, Миша первый, Тимур и я третий. Нормально, нормально. Pole position у нас у каждого заняли, прям нормальные. First, че, Тимур, да? Вот так заносит, да, Lamborghini? Хоба! Хоба! Ты че бодаешься, запарил? Ёпарный театр, а? Ну ладно, ладно, ладно. У нас еще до финиша далеко, смотри. В следующий раз... В следующий раз в бок получишь. Далековато, да. По ПС, да. Надо уехать по-хорошему от этого хулигана. Ща мы тебя догоним, что-то у нас тут. Из Баварии. Немецкое качество. Никакая Бавария. Чего? Это не Бавария, это... Занесло. Porsche это не из Баварии. Почему? А? Porsche это немцы. Но это не из Баварии. С Баварии это BMW. И Audi тоже баварская, а Porsche это с другой идет части, там Баден-Вюртемберг, рядом земля Porsche. Слева, то есть с другого региона чуть-чуть, там Porsche и Mercedes в той стороне, они рядом, там заводы недалеко друг от друга. Как-нибудь в Porsche музей съезди, запишу, покажу, хочу все посмотреть на это сам. Интересно. А Баварии как раз таки, вот Мюнхен, Ингольштадт. В Мюнхене это BMW, а Ингольштадт это Audi. У нас Айзенах. В Мюнхене BMW. Да, да.
Ну там от завода они раскиданные все, то есть это по... 381. Ничего. Нифига у тебя скорость жесткая. Ну у меня сколько, 340-350? Я сдал позишн, короче. Ну да. Она отказывается поворачивать адекватно. Да мне бы самому до финиша доехать бы, чтобы этот... Есть! Нифига меня расколбасило перед финишем. Volkswagen Wolfsburg. У нас этот Opel Eisenach на востоке Германии. Километр. 83 тысячи, нормально. Что это было? Ничего себе, ты на 3 секунды? Не, какой 3? 3. Больше опоздал, 13. Slim 1, 44. Так, что, еще раз это же или нет? Ну, главное, чтобы... Другую. Саник. Давай. Ну это жесткая уже трасса была здесь. Ты отправил? Да, отправил. Все, принял, да. Хелиус, да, Гелиус. Гелик номер два. Тимур. Тимур. Сейчас отъеду от гонки. Принимай. Да я. Гай мимо проскочил. Подожди. Подожди. Тимур. Давай, ссылай. Посылай. Да, она, уже... она висит уже. Тебя ждем. У меня нет ничего, еще раз посылай. Я ничего не могу принять. Отменяй, Олег. Есть. Вот дает, а? Так, что, час 45 уже, да? У нас уже это самое. Еще чуть-чуть, давайте так, на часах на двух зацепим. Да, еще. Зацепим. 15 минут. Отправил. Да, есть. Принял. Есть. У меня машина. Есть контакт. Все, хорош. У меня есть. Хорош, возьму опять GTR-ик. Ну давай. Японцы. Игра на PS2. Японцы, да. Было. Сейчас я запишу куда-нибудь. О! Один свой первый. Ты посмотри. 1.44. Так. Что-то я покорявал весь Porsche. Hit 36. Все, записали. Там секунды записываешь. Да. Два шортс минимум надо. Да, я там тоже один шортс выпишу, когда это на финиш пришел с Олегом. Последний вообще прикольно получилось. 3.14, 3.15. И главное, Олег-то шел первый. Там вообще вот каких там пару, 4-5 сотых там жесть. Ну, потому что этот шок, он легкий. 4 минуты. Мотор у него 4, сзади. 5. На гашетку нажимаю, у меня аж передок поднимается, я рулить не могу. Ну да, у тебя, ты получается, вес у тебя уходит с передней оси, и да, она в воздухе как будто это. Как говорят у нас, росла, вес, короче, как бы этот. Убираешь ее. Фига ты их отпинываешь, как это, боулинги. Я? Не, Миша на цели. А, Миша отпинывает. Он это на тапке на своем. Пах-пах, как будто кедами распинал всех. А ты что первый пошел? Самый хитрый, что ли? А ну-ка подвинься. Че такое у тебя? Скайвайн больше не едет. Самый хитрый, самый умный. Ну я вижу, блин. И все проехали. Нифига, он пролетел. Он не проехал, он пролетел. Ты поди еще... Все, стоишь? Жесть, что это было? Ты еще этот пропустил, да? Как он называется? Чекпоинт? Что это было? Ты тоже? Меня подкинуло, я улетел. Жесть. Только сейчас я оклемался, короче. Блин, Миша у меня там на бампере висит, ты чувствуешь это? Я вижу даже на конкарте. Сигнал у тебя вообще упарный. Ты-ты-ты-ты, надо кукарачу поставить. Кукарача, кукарача. Блин, прям на чекпоинт меня, вот. Слышь? Чё ты там по полям ездишь? На тебе в бок. По полям, красный трактор едет к нам. А ты куда? Так я вон у тебя насмотрелся, сам туда. Мне только тебя направо потянуло, а мне налево. Так, вот заводы, пароходы. Тимур, ты там догонишь нас, не? А, вот четвертый ты. Да, нормально идет, четвертый, слушай. На финише еще 40%. Вещи. Все впереди. 5, 43.
Давай, 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 давай. Газку, газку, 500 метров. Миша пытается от меня уйти, блин, но если бы я не врезался, я бы ему не дал бы меня обогнать. Но я, поскольку собираю всякую хрень по дороге там. Одуванчики, одуванчики. Ёпарный. Блин, думал еще сестрой Равел записать, но кажется, мне сил не хватит. И... Там... Спал мало с вчерашнего. Лучше фильм посмотрим. О. А, там это, Марвел вышло. Вторая часть. Марвелс или что такой? Капитан Марвел, вторая часть. Тейн Марвел. Ты же вот сериал на днях смотрел, да? Не видел как его. Стражи Галактики 3. Он у меня скачан, но я его еще не смотрел. А, ну посмотри тогда. Не будем спойлерить. Ага. Посмотри. У меня недавно детишки он спрели на Netflix. Понятно. Вроде бы там где-то было это. 378. Одновременно. Я не видел. Ну я второй, по крайней мере. Я 378 развил. Ну я как раз последнюю баночку нитро. Зондарил. Хороший момент. И по прямой пошла машина. А ты перед финишем тоже там прям, да? Вам тут еще скорость и того два ножа на запчасти бей. Ноль, все мало спорно. Че, кто зовет? Миша? Ну давай. Сообщение Егора. Кто пояснит? В одной кровати? Конечно, Влад, а как по-другому? Сейчас, а машина. Где-то такую шутку я уже слышал. В озвучке, по-моему, у нас был один Мирослав. Вот, да, Мирослав на аниме-реакторе еще был. И там, помню, один говорит: иди спи с миром. И все это двояко поняли. Все, приняли все? Колумбия? Я принял. Колумбийский. Ух, Егор, мы тут посидим еще, блин, сколько... Две гонки максимум, наверное, и сами. Да, разберемся. Сколько время? Две, максимум три, в зависимости от длительности. Ну, так, минут еще 10 надо перетянуть, все. Потому что уже и силы заканчиваются, и 2 часа нормально. То есть, да, не надо перегибать палку, 2 часа стрим нормально. Я еще вон записывал. Ну и, соответственно, и тоже надо свои дела делать. Завтра рано на работу. Как бы, не знаю, кому... Миша завтра тоже он заступает у нас. Точнее, уже у него уже завтра. Это мы еще, блин, в воскресенье у нас. Да. У Миши уже 3 часа ночи, а у нас 9 вечера, понимаешь, разница. Сколько надо, ты успеешь вообще? Миша, как тебе на работу? Миша, успеешь поспать? Кто сказал, что я буду спать? Ну, видишь, он еще и спать не будет. Вот здоровье, блин. Я устал. Ты вот меня спросил, во сколько я спать лег? Ну, он же спал, вот ты в обед спал, да? Я спать лег... В 12 часов дня. А, ну ладно. У меня день с ночью перепутанный. Ты, получается, с 12 спал до скольки? До 6 вечера или сколько? До 7? Я день сплю, ночь. Ха-ха, вот это вот самый настоящий игрок, да? Геймер, говорит. Этот, как называют еще, типа затворник, да? Да вампир, короче, вампир. Вампир. Vampires. Подожди, а работаешь ты днем или ночью? Ну целый месяц вот так он путал, а теперь надо на работу. Теперь будет интересно. Пару дней будет весело, а потом втянется опять. Через 3-4 дня втянешься. Да хватит мне бодать уже. А, это даже не Миша. У меня вот сейчас тоже чуть-чуть сбился, конечно, режим. Вот ночью работал, вчера до 3. 6 практически вернулся домой утра. Офигеть. Ну, короче, всю ночь. Ну, ты пока, ну, получается, ты, пока машина... Ночью там дорогу надо, потому что... Тебя везли? Ты спал хотел бы или нет еще? Ай? Везли, да. Тебя же везли, ты спать хоть мог? Блин! Ну, да, мог, не хотелось особо... Ну, я уснул там минут на 10 и все. Потом не хотелось особо спать. Потом надо было смотреть, когда выходить. Смотрелся и улетел вообще прям. Жестко улетел. Люто. Патти и... По фати это занимайся, а дальше что-то не по-итальянски, наверное, не знаю. Я пролетел эту гору и... Нику первого. Был первый, стал последний, вот так вот. В ресторане уже все, не работаешь пока, да?
Я? Нет. Все, хватит. Слепо. Летом? Не, с лета говорю. Ну, летом работал, сейчас не работаю. Да, платят немного, а... Вот это и обидно. Много. У меня... У нас даже знакомый на днях вернулся с Италии. Как же у вас? Ну, у нас все более-менее. А-а-а. Ну, я имею в виду, у нас знакомый с Италии вернулся, итальянец, в Германию. Говорит, я лучше здесь буду работать. А-а-а. Потому что здесь более это все узаконено. А там ему сказали, говорит, солнце стало на работу, солнце ушло, иди домой, да? Ну и, соответственно, еще и в час не платят, как у нас. Ну, у нас сейчас минимальная ставка почти 13 евро. Потому что, соответственно, если, ну, ты, да, если ты найдешь лучшую работу, то есть по профессии или нет, то у тебя, соответственно, зарплата растет, да? То есть тут много причин, да? Ну да. У меня просто на заводе, у меня часов много нельзя делать по закону. Часовая-то нормальная, да? Да и здесь в Италии тоже, по идее, много часов не... Просто когда водителем будешь работать, допустим, там ты можешь крутить времени вот вообще, да? Ниссановец. Поворот, блин. Ой, я уже до четвертого места уже добрался. Ай, ладно. Была не очень хорошая идея. Какая? 90 не перелетел? Почти. У меня почти получилось. Меня развернуло раньше. Ага. Опять мы посерединке. То я за Олегом еду, то за... А, нет, я всегда это, у нас такая позиция. Олег, я, Миша. Сейчас я за тобой, да. Ну, в основном Миша первый, в основном. В основном, да, Миша, я, Олег. Если бы я, говорю, не врезался бы, у меня так неплохо получалось, но... Что-то вот, я говорю, я вначале же вышел, первый вырвался, и как я улетел через два чекпоинта, через гору вниз, все. А я как улетел в начале этой гонки. Ты ж туда же. Это же в начале этой гонки было. Нет, ой. Или нет? Не, в этой. В это я сейчас улетел. А. Я был первый, стал 12-й. Вот так я улетел. Жестко прям. За мной поехал. Да-да. Я тоже был первый, он за мной с горки... Ну да, и потом мы горку вниз летели, знаешь, там эта песня была. Вот кто-то с горочки спустился, и мы летим, таких кавабанга. 2 километра первый парень уехал. На чем он летит, непонятно, потому что это не машина. Это, наверное, электросамокат. Так, ну что, молодые люди, блин, Тимура, 350 метров, я тебя уже не догоню, уже финиш. А в принципе и четвертое место нормально, зарплата хорошая. Если бы мне такую зарплату давали бы каждый месяц, ну я бы не работал, я бы на заводе бы не работал, да. А тут азот не азот, тут просто врезался. Видишь, я сука потерял денег. Вообще. Лютый гонщик, лютейший. Ну, в смысле, у нас еще времени на одну гонку есть, пацаны. Так что одну гонку еще можно прям. 290, между прочим. Да, я сменю на Бэхч снова. Немцем опять стану. Че, пригласишь еще раз, Миша, или че? Нет, сейчас я. А Польшу тоже нельзя было, но ничего, работали. Вот, по часам, да, бумага так бумага там. Так, как там чат пишется? Как там чат пишется? А, вот, 6, да? Ампети, что там, Андиамо, Беллагар ответим. Не ругайся. Чего ты ругаешься? Блин, как это выключается? Вот старый Порш, ничего себе. Вот, нашел. Еду Римфорс. 71 хватит. О, давай, 70. Какие копы. А, прочитал? Подожди, что это надо? Во. Как у тебя по-итальянски написано сейчас? Манджа ла полвере. А, все-таки переводит, да? Не напишет? Да, не... да. Да, переводит. Оно для каждого переводит. А, то есть Миша сейчас по-русски видел, типа, пыль да, глотай. Да, что там, глотай пыль? Да. Но... Подходит, а у меня стоит фриз штауб. Штауб — это пыль. Как по-итальянски было? Манджа ла полвере. Отправил приглашение. Охренеть. Манджа ла полвере. Камби ауто. Поменяй машину. Подожди. Ой, да, Бэхч же тут. Че?
Манджа Ла Полвере. Кто? Эвакуатор проехал. Корса Велоче. Конечно. А как ответить да? О, Корса Велоче, это даже я знаю уже, это такое. Это я уже слышал в Гран-Туризме тоже не раз. А, да? Да-да-да, ну... Андьяму, во, Андьяму могу написать. Это Андьяму? Лос Гейтс? Миша говорит там, типа, давай, погнали. Let's go, Лос Гейтс. Погоняем вперед. Вперед у тебя написано, да? Да, вперед. Ну, так мы сейчас три языка и выучим. Стон он чебурек, итальян. Подожди, во. Здесь вот это сейчас что написано? No problem? Без проблем. Nessun problema. Без проблем, ой-ой-ой. Как тебе по-итальянски? Nessun problem. Nessun problema. Видишь, проблема не переводится. Проблема на любом языке проблема. Красота. У меня стоит. Давай первый. Ну, kein problem. Kein. Атака. Ну, impossible. Все. Блин, прикольно. Чат там такой раз. Я думал, она показывает по-немецки, не видишь, она переводит. Но, наверное, проблема это другой. Nessun это как бы никаких. Никаких проблем. Но, наверное, проблема это... Это не проблема, тихо переводится, вот так. Ну вот звонок велосипедно, но это прям вообще... Я тоже могу. Да, тоже поменял. Вон там и стоит он. Корса Велоче. No problema. Как по-немецки? Kein problem. Kein problem? Да. Без проблем. А через кей? К, Е, И, как I, N, kein. Ну, то есть не S, а прям К, да? Да-да, именно К. Понятно. Как Константин. Как К, вот, ну, Константин, Карина. В славянском и в итальянском есть различия, что в итальянском... Через К почти ничего не, ну, ничего не пишется. Типа такая слабо, да. Да-да. Через С в основном пишут, как в Англии, да, вот эти вот тоже С много пользуются. А вот в Словении наоборот. Если через К, там все через К, а если тебе надо С, то там прям вот это типа С. Заморочиться прям. Да. Все верно. А если типа, ну, В, типа сверху этой С, это уже Ч будет. Да. Но они же у них там вот эти. Миловичи всякие там, чич-ч, ага. В конце заканчивается, окончание на фамилии. Да. Это я, да, веселое. Тут я говорю, знаешь, как говорю, птичка над буквами, говорю, птичка, говорю, когда стоит, говорю, чи. Чи-чи-чи. А, в этом, я в Словении летом был, там какая-то мороженица, называется пингвинчик. Да, и такая гавочка над пингвинчиком. Птичка, я говорю, это чайка, короче, которая... Чайка на мороженое, это знаешь, когда вот рожок вафельный берешь от мороженого, да, чайка туда, говорю, в туалет сходила, вот тебе эскимо, пингвинчик. Такс. Пингвинчик. Прикольно. Как прикольно. Ага. Ну да, ну ты же знаешь, как бы пингвин слово, да, то есть русское, как бы, ну, да. Да. Пингвин это, ну, по-английски там тоже не сильно большая эта разница, да, там... То есть это пингвин на многих языках, как бы ты если это увидишь на других языках, когда напишут, ты все равно будешь понимать, что это пингвин, что они имеют в виду, да? Не как некоторые другие там мелочи, да? Просто прикольно, что многие слова, типа, которые даже русские в славянском, они это самое, ну, латиницей. И ты читаешь медленно, как будто тебе лет 5, ну, а да. Потом видишь, блин, знакомое слово. Ну да, конечно. А это, ну, славянский там эти, да, намного похоже. В Чехии есть пару слов таких прям сильно. В Польше есть прям много тоже слов, которые сходятся с русскими. То есть много слов есть, определенный какой-то, знаешь, запас такой есть, который, в принципе, на 20-30 языках они совмещаются, ну, то есть одинаковое значение. Просто что пишутся, одни пишутся через кириллицу буквами, да, а одни нет, там через латынь какие-то буквами, да, через английские буквы пишут, но смысл от этого все равно не меняется. И в этом весь и прикол, когда ты начинаешь путешествовать, в другой стране видишь слово, ты понимаешь его значение, читаешь, ну и что оно значит, что... Ты как первым? А вот так, я не старался не врезаться, пока мы разговаривали. Ничего себе. 90 256. Офигеть. Вообще проблема, это нет проблем, вот прям. Да.
Так что, ну что, Чижешк, друзья, Кочхани мое найдрожище. Ну что? Я не знаю, мне что-то Влад по-польски написал, я пытался это прочесть, но безрезультатно. Вот, Нетерваген, вот. Классно, типа. Нетерваген? Да, типа. Лауто. Типа клевая тачка там. Нифига у Миши там сразу бам-бам. Че, еще раз или все на сегодня? Давайте, раз-два. Победный. Можно еще раз. Может, приглашайте еще раз тогда. Еще разочек, эта же гонка была неплохая, в принципе. Неплохо платили за нее. Даже очень. Отправил. Есть контакт. Так, вот, смотри. Блин. Ну, сейчас я возьму. Во, вот это вот. Тунверунстзам. Фачама группа. Да, типа, давайте вместе, типа, мы сейчас это, хоп, так, хоп. Ладно, это читается честь, коханье. Коханье – это любовь. А мой все-таки, по-словенски читается мое. Ну да. Мое прям. Мише нужна помощь, пишет Миша. Брауха унтерштюцинг. Умфитепи. Кеду ринфорсер. Фриста, да короче, что там все кнопки решил спробовать, что ли? Просто велоче. Почему? Миша, ну я, потому что... Но... Без проблем, тачка супер, эпичная ликвидация, глотай пыль, погоняй, ну у меня, говорит, быстрая гонка, там Шнелли с Реннен, я все эти, просто если так этот, Гуида, прикольный чат, прикольно. Все, покрышки прогрел. Ну да, я видел, там все красное, все это самое, это уже, наверное, искры были от этих тормозных колодок, скорее всего. Ну что? Пухи. Да, нормально. Мои, в принципе, у меня было 2 300 000, я потратил 1 000 000 на тачку, на тюнинг, вернулся опять на другую тачку и уже заработал, пока мы ездили, 400 000 опять заработал уже. Понятно, зависит от контекста, иногда мой, иногда мое. Да. В этом, в славянском, там как пишется, так и читается. Самый прикольный язык – это французский. Пишут одно, а говорится вообще другое, а означает вообще третье. Французский, кто французский шарит, или японский, китайский? Респект, конечно, да, вам всем. Ну, то есть... Я французский чуть-чуть знаю. Фига, какой-то чувак агрессивный на Порше. Ну, я пару слов знаю по-французски, и все. Итальянец, кажется. Да, вот этот Фати Каби, вот этот, короче, который долбил там. Каби, я не знаю, что это значит. А потому что он это типа за место мата. Ну, может быть. Сказать. Типа занимайся своими делами. Да. Ни хрена кого я скинул. Почти. Блин. Собака. Нет! Вот. Чуть не улетел. Фу-фу-фу-фу-фу. Чуть тут на Макларенах, а мы тут на М5. Кому чего, у него Бавария. Приезжай в Германию в следующий год летом. Impossible, мистер Карабасов. Недалеко же. А тебе? Надо бы тоже в Германию ломануться как-нибудь на день хотя бы. На день? Дней. В смысле на день? Ты пока до меня доедешь, уже сутки пройдут. Давай нормально. Ну, я-то вниз. Целый день. Я вниз проеду, я в следующий раз сказал жене, говорю, мы остановку сделаем, мы тебя там в колхозе. Это самое, встретимся. Ага. Потом приеду, скажут, а я в Риме, да, я тебе потом дам, блин. Я в Риме. Мне сколько? Все может быть. Мне 1000 км. Ну ты, блин, агрессивный, Миша. Нет. Ну мне 1000 км до тебя. Да, 1000, это как. Это, кстати, как у меня от. Блин. Как от меня до самого низа Италии, там тоже где-то 1000. Да? Но мне до низа Италии, до сапога там, до каблучка 2,5 где-то. 2? А 2,5? Не, 2,5, больше туда. Я же смотрел в сторону Сицилии, хотел туда съездить. То есть, на Сицилию-то да, на Сицилию еще дальше, конечно. Да-да, прям вниз туда. Вниз сапога этого, итальянский сапог. Короче, Влад, я... Минимум приеду третьим, если меня еще не обгонят. Давай вторым уже, давай меня догоняй. Он скинулся этот Фати? Не знаю, да, он скинулся, этот, он ушел. На Порше агрессивный, правильно. Бешеный,
На Маклаяне. Ни хрена, он уехал. Миша, ты тут куда, парень? Миша, что, смотри, творит. Что творит? Праздник. Я Олегу красным дымом был. Ну да, он мне дорожку посыпает, я вижу, за ним еду, у меня как... Ты дорогу наоборот не видел. Ага. Не, я вижу прям, я за ним очень близко еду, 70 метров. По полям, по полям. Ля-ля. Блин, ты чё тут забор на дорогу раскидал все этот? Слышь, харет, блин. Следы заметают. Ага, следы заметают. Он всякие вот это, от забора вот эти... блин, вот он меня! Это кто был? Какой-то чувак какой-то меня обогнал сейчас в наглую. На Ланцере? Не, а может Порш какой-то был. Блин, я тебе третий из этого мудака. Ну ладно. Я не знаю. Барзилио какой-то был этот. Но это зависит от... Биг Баб. Это, наверное, это есть чувак, он просто название поменял, может. Если бы по-словенски написал, я бы еще прочел. Так, ну что, молодые люди, спасибо за стримчик, спасибо за коопчик, было весело, да. Есть опять море контента, записываем, намонтируем и так далее и тому подобное. Шорты наделаем. Шорты это я сейчас вот займусь этим, пойду чай пить и шорты стряпать. Шорты сейчас будут. Ну, шорты у меня будут не с этого, с этого стрима шорты будут. Нет, прям ты изменил этот. Позже. 815. Отлично, уже столько заработал? Да, мне хватает на своп килька. Ты подожди, не покупай пока ничего, зарабатывай дальше бабки. 1 Ладно, всем... 637. Народ, всем хорошего остатка этого воскресенья. У Миши уже вообще у него понедельник, блин, а мы тут воскресенье. Все, всем удачки, стрим заканчиваем. На сегодня это все. Будут шорты, будут стримы. Надо будет как-нибудь, у Миши будет время, надо будет продолжить нашу веселую игрушку. Где мы там вот это? Тудух-тудух. Стрельба-пальба. Ганс-ганс. Каноли. Ну, а Need for Speed, пока на воскресном останемся. Если на неделю у кого-то когда-то будет время, то мы созвонимся и обязательно что-нибудь здесь придумаем. Но пока, пока ситуация, остановка не позволяет на неделе играть, я бы с удовольствием играл бы хоть каждый день. Пока нет, пока, к сожалению. Пока обстановка говорит, что в воскресенье судьба нам стримить совместно. Да, радуйся тому, что есть пока. Но потом посмотрим. Говорю, как только будет возможность, я включу обязательно стрим на неделе, потому что у меня игр этих вагон. Никогда только этим всем заниматься. Все, на этой... Ну, тебе надо свои стримить, конечно же. Да, ну это так да. Когда? Вот когда? Ну что, на этой прекрасной ноте, на этой минутке все, подходит стримчан к концу. Так что стримчик, шорт будут обязательно, море контента будет. Всем удачи, давайте, всего хорошего, не болейте. И думаю, если вот ну в таком темпе, в таком этом, да, то продолжение следует. И до следующего Need for Speed стрима, такого коопчика, да, все. Спасибо всем за компанию, было весело, приятно тебе пообщаться. Спасибо, вам спасибо, что позвали. Да, конечно, как обычно, все у нас, все нормально. Все, до скорых встреч. Я закрываюсь везде, все выключаю. Мне надо уже бежать дальше. Все, всем давай, удачи. Давай. Удачи. Уже приятных снов. Хорошо. Да, да. Спокойной ночи там. По-итальянски как спокойной ночи? Buona notte. А, точно, блин. Buona notte. Ну, короче, gute Nacht. Все, спокойной ночи. Миша, давай, тебе тоже хорошего начала работы после отпуска. Хорошо. На работе много не работай, работа портит здоровье, много не работайте на работе, это опасно для здоровья. Всем удачи. Гелика максимальная мощность.